Какого хуя? Какого хера? Здорово, ребята! Ребят, всем привет! Здорово, здорово, здорово! Здорово, парни, как нормально все, брат? Все хорошо, брат, все хорошо. Здорово, пацаны. Ребят, сразу Лукас, не забывайте, только залетели на стрим, пацаны, сразу оформляйте Лукасянского под этим стримом, пацаны. Моментально, Да, сейчас мы сделаем все оповещения и дождемся, как вот чуть-чуть люди зайдут, пацаны, и будем начинать, расскажем все, сегодня, чем мы будем заниматься. И да, пацаны, как многие спрашивали, карьера за Моргина будет сегодня полностью на стриме. Сколько примерно стрим? Часа 2-3, брат. Как обычно, по старичке, по стандарту. Так, по древнерусской традиции. По древнедрусской традиции, пацаны, по старому древнему обычаю, понимаете? Шарите. Я надеюсь, шарите, звери. Пока что, пацаны в чатике могут написать, что у нас там было в лаз-серии. Освежить маленечко вот это вот, кто смотрел, кто не смотрел, сразу поймем. Да, пацаны, можете пока что в чатике написать. Давайте вместе вспомним, что было в 12 серии, ребят, друг другу поможем. Может быть, кто-то чуть-чуть что-то забыл, поэтому, ребят, кто смотрел 12 серию, я надеюсь, все смотрели. Поэтому давайте напомним друг другу, что было в 12, пацаны. Самые важные ключевые моменты. Пока мы, ну, запускаемся, отдыхаем, все остальное делаем. Можно что-то покупать в карьере, или это просто название байт? Ну, можно, конечно, можно. Ты что? Мы же уже покупали. Сколько вы примерно сыграете матчи? Матчи, не знаю, посмотрим по времени. Ориентировочно 3. Если успеем, 4 матча сыграем. 3-4 матча, пацаны, сегодня сыграем. 3 100%, 4-й посмотрим, как будем по времени укладываться. Но, скорее всего, я думаю, 4-й мы тоже успеем. По поводу новой команды Моргина, пацаны, в прошлой серии, если кто не смотрел, если есть такие люди вообще у нас, мы просили обмен, нас забородили, поэтому, я думаю, просить обмена в ближайшее время не стоит, потому что нам его все равно не дадут. А когда мы просим, у нас понижается этот, очки звена, да, по-моему? Да, пацаны, когда мы просим обмен, нам, если нас отшивают, говорят, иди отсюда, лошок, иди сосай, нам понижают, пацаны, очки, поэтому каждый раз, как только будет такая возможность попросить обмен, ну, будем какие-то моменты рисковать, ребят, но для этого надо прокачать сначала харизму, пацаны. Как вы помните, в карьере можно прокачивать ветку игрока по харизме, по и каким-то индивидуальным качествам, естественно, хоккейным, пацаны. То есть, я думаю, это все понятно. Да. Киз 96, здорово, жизнь нормально, все потихонечку, помаленечку. Пацаны, ну так никто и не написал. Что было у нас в прошлой серии-то? Давайте, давайте вспоминать, маленечко раскачиваться, расшевеливаться. Что было в прошлой серии вообще? Бояра вот говорит, подзабыл маленечко уже, давно было. Да, пацаны, я подзабыл, я хочу, чтобы вы мне чуть-чуть напомнили, что было в прошлой серии. Пацаны, самые активные. Короче, пацаны, потихонечку, я думаю, мы начинаем. Потихой прям. Потихонечку, помаленечку. Да. Салам, ребят. Ребят, всем привет еще раз, кто залетел. Смотрите, короче, ситуация такова у нас, да, с вами. Прошлая серия... А? Дай мобилу свою. Прошлая серия остановилась на том, ребят, что у нас, как обычно, сломали, влетели нас с головы в плечо, сломали. Короче, каждую серию нас сломают, ребят. Но, тем не менее, Сиэтл наконец-то начал набирать очки, начал набирать победу. Уже у нас статистика 6 побед, 8 поражений. Уже хотя бы что-то более-менее как-то, пацаны. По статистике, по очкам, по подписчикам пока что ситуация плачевная. Мне кажется, 7 миллионов подписчиков в инстаграмчике мы наберем, я хз, когда. Я не знаю. Возьмем 7 кубков Стэнли. Когда реально возьмем 7 кубков Стэнли. Что там еще было-то? Что там вообще? Ну что? Сегодня сыграем также 3-4 игры. И, в принципе, ждут нас новые покупочки, ребят. Новые покупочки. Я написал первый бомбардир 7-2.
Да, ребят, Морген наконец-то начал набирать очки. Давайте зайдем в очки, я вам покажу просто вот в центр статистики, по-моему, да? На каком месте? То есть мы ставили, если вы все помните, мы ставили себе задачу, ну именно Моргену, да? Попасть в топ-1 в идеале. До конца месяца, ребят, до конца месяца еще дохренища времени. И мы уже, по-моему, в топ-5 заходим, да? Топ-5, да. Мы там в топ-1 заходим, по-моему. Топ... Ну нет, тут смотри, тут видишь, ну, 4 игрока по 20 очков. И по голам мы топ, получается, занимаем. По голам мы идем. Не то нажал. Не то. Не то, сука, нажал. По голам мы третьи. У Капризова и у Кэссела они, получается, делят первое место. У них по 13 голов, ребят. И у Моргена это уже 12. Уже 12, он уже вот-вот прям под... Ну, блядь, подпирает, получается, Капризова и Кэссела. Сор, как у тебя полная фамилия? Суворов, брат. Ну, по-моему, логично. Морген Звель в Торонто его. Да, пацаны, я очень хотел бы, конечно, увидеть Моргена в Торонто. Вашингтон не варик, пацаны, потому что, как вы помните, в Вашингтоне нету Овечкина. Здесь сыграл фэнтези драфт, и он отправился в Вегас. Ты что там, долго? Сейчас стори выложу. Можете показать, что можно покупать? Братан, сейчас мы начнем серию, я же сказал, мы начнем серию сегодня с того, то что пора Моргену купить нормальную тачку, пацаны, потому что пешком он постоянно двигается, это же неудобно, блядь, в чешках на игру приходить, пацаны. Пора уже нормально сесть свою тачечку, пацаны, включить музычку и аккуратненько вот приехать на игру, как бы вот бараночку двумя пальцами держать, вот так прилететь, пацаны. Чем, блядь, садиться на автобус и ехать, понимаете? А если он, если ему здесь квартиру в Сиэтле дали, хер знает где, пацаны, неудобство, поэтому... Ну это, конечно, не Кадиллак будет, но хотя бы первый его Мерседес. Да, по-моему, там, пацаны, выбор из всех автомобилей. Давайте посмотрим вообще, что здесь, какие можно тачки. Наконец-то уже, ну, начнем это все дело. Короче, пацаны, зарплатных бонусов у нас 115 тысяч долларов. Пока что Морген, ну, на отсосе, так скажем, не те деньги он получает, какие хотелось бы. Ну, не чуть-чуть миллионы. Лавочка уже имеется. Ну, типа не Марнер за 10 миллионов долларов, да. Понял? Да. Поэтому хоть какая-то, пацаны, лавочка есть. И здесь у нас есть выбор, смотрите, пацаны. Давайте с помощью чата, пацаны, с помощью чата. Смотрите, есть небольшой городской автомобиль за 45 тысяч долларов, да? Аккуратненький такой. Просто вот аккуратненький, небольшой. Чисто вот. Виц такой. Да, плюс одна ловкость, минус один баланс дальше. Дальше, ребят, внедорожник за 112 тысяч долларов. Нам на него тоже хватает. И это, я так понимаю, Range Rover. Ну да, что-то похожее. Дается плюс один пас и плюс одна скорость. Но внедорожник для любых путешествий, это постоянный бонус, он останется с вами навсегда. Понятно, пацаны. Ну и, естественно, бэшка. Бэшка, я так понимаю, да? Седанчик. Семерочка, пацаны. Просто экстра люкс, пиздец, это, какой это класс. Это уже солидно. Да. Поэтому, пацаны, скорее всего, варианты какие падают? На Range Rover или на Бэху? Но мне кажется, Бэха здесь в любом случае должна побеждать, пацаны. Потому что Range Rover это не такая солидная машина, как BMW семерочка. Согласны? Давайте, пацаны, плюсик в чат за Бэху. Минусик в чат за Range Rover. Опрос делать не буду, ребят. Сильно долго на этом не будем сидеть. Время тратить. Просто вот аккуратненько. Ну и, конечно же, пацаны, перед началом, как мы вот все это покупаем, не забывайте, ребят, это та же самая серия. Вы серьезно минус пишете за Range Rover? Ребят, Range Rover и BMW? Так это, по идее, одно и то же. Нет, Range Rover, BMW, семерка. Не, ну Range-то тоже на Range-ке подъехал. Семерка. Чисто на Range подъехал. И это еще не этот, кто он, они как идут, Range Rover какой топовый. Вок, как они там, блядь, называются? Топовый? Range Rover это... А, Land Rover. Land Rover это, типа, внедорожные. Ну, типа, больше которые. Но они и дороже, и пизже идут. Не-не-не, Land Rover это поменьше. Ну, как он называется? Вот я знаю, что вот они, у них какая-то другая чуть буква отличается. Это Вок, скорее всего. А большой, топовый? Эвок. Вот Эвок, скорее всего. Или наоборот, ну короче, как-то плюсики, так. Пацаны, ну я так понимаю, BMW в 100% залетает, поэтому, ну мы чуть-чуть обсудили, выяснили то, что Range Rover чем отличается. Ну мне кажется, ну не знаю, это не так солидно выглядит, как вот ну, на BMW. Ну он, конечно, да, это как все на BMW это все понятно, согласен, но он чисто... Или вот эту, пацаны, 315 ага. Чисто докопить, да уже до спорткара. Роскошная машина. В принципе, можем еще мотоцикл чисто хуйнуть аккуратненько, на разочек просто. Ну или можем, пацаны, на парусной яхте. Как бы Сиэтл, город приморский, можем просто на парусной яхте на игру подъезжать. Ну тут 700 тысяч долларов надо, я не знаю, пацаны, это еще надо нормально сезончик покатать. Машина 40-х, хуя себе, классика. Ну сила кистевого минус один, видишь, тоже. Класс, так понятно, там руль-то ебануться, там гидрача, понял, нету? Там не вот так вот рулишь, понял, а вот. Да-да-да, ты пока на ней на игру, блядь, приехал, понял, повороты вот эти проходил, блядь, у тебя уже кисти устали, бросать нечем просто, пацаны. Машина 60-х,
Ну тут пасик, тут не так, по-моему, аккуратненько, тут уже ручки чуть просто подразмякли. Полицей, это Бьюик, пацаны, Бьюик. Натули. Машина 80-х, сладкий, конечно, тоже, но очки звена для игры в большинстве X1.05, пацаны. Сразу просто в большинство можно залетать с такой тачкой. Небольшой мотоцикл, но это все, пацаны, мы просто так смотрим, типа, что можно было бы взять. Спортбайзы 75. Ну финты минус один, у нас и так финты-то не особо. Финты, да, и уличный мотоцикл, вбрасывание плюс два вбрасывания. Ну это нам не надо вбрасывание, мы как бы крайне нападающий, краечек чисто, нам только... Нам бы чисто ножки. Ну чё, пацаны, новая машина. Осталось 7 тысяч долларов чисто на закуску, пацаны. Поесть, покушать. Семён Семёркин. Брат, спасибо тебе огромное за 200 рублей. Севен Семёркин. Я даю сэн, читаю. Спасибо, брат, огромное. Братан, ну ты же на эту, на Вермедию 4К копишь. Ну, не зачем, естественно. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо, спасибо. Пацаны, спасибо. Бэха залетает нам в чат. А чё у нас осталось? 7 тысяч долларов. Чё можно ещё купить? Играли с Олимпией Иркутск. Да, по детству. Да, брат, играли. Нас, кстати, вот посадили тогда, когда у нас игра была с Олимпией Иркутск. Я помню, что я с Олимпией Иркутск кому-то пацану зуб выбил. Да? Пацаны, дальше, короче, спасибо огромное за донат, да. Спасибо за поддержку. Ребят, в принципе, больше нам, я думаю, ни на что не хватит. 7 тысяч долларов, типа, но тут... У нас еще действует диетолог. А, нет, это восстановление после. Да, еще 30 дней осталось. Короче, пацаны, все на этом. Я думаю, пора переходить к играм. Какие-то... Все, Арлик на новую игру уже подъезжает солидный. Какие-то задания по репортерам должны быть. Что-то вот должно быть. Я надеюсь, нахуй я в календарь зашел. А, ну давайте... Мы можем посмотреть, да? Да, давайте покажу, пацаны, что вот вообще мы в какую команду сегодня будем обыгрывать. Первая игра у нас против Миннесоты. Бомбардирские амбиции-то там вот они. Да, пацаны, там так-то капризика идет, блин, чуть больше на один голик, поэтому аккуратнее сегодня надо быть. Потом вторая игра против Чикаго Блэкхокс, ребят, Патрисия Кейн и Джонатан Таевс сегодня будут против нас биться, пацаны. Кейл, Коля Макар, пацаны, и Натан МакКиннон сегодня будут тоже против нас залетать. Ну и напоследок, если успеваем, пацаны, Вашингтон Кэпиталс, не забывайте, он против Саши. Ой, точнее, он не без против. Саши. Без Саши Овечкина, да, потому что он там в Вегасе. Там есть человечек, который на дорожечке любит выходить. Да, пацаны, там есть Кузнецов, поэтому аккуратненько. Норм хватает по деньгам. Брат, спасибо огромное. Ребят, всем привет, кто залетел. Ребят, не забывайте, это как обычно стандартная серия. 300 лайков под этим видосом, если выйдет. Я оставлю запись, это как обычно все серия, все так же, все да, по стандарту. Да, да. Как только 300 лайков под этой серией набирается, ребят, мы уже садимся и записываем следующую. Я надеюсь, вы все помните. Вы все знаете. Поехали, пацаны. Че, новая катка против Миннесоты? Вот самое главное, чтобы вот они начали нормально игру без всяких вот этих вот. Вышли, что-то, блядь, не доспали. Плохо себя чувствуют и все остальное. Ну, че, поехали. Особый, получается, режим мы сегодня ставим, ребят, длительный. Периоды по 20 минут, 7-8 за период. Реализм, естественно. Я надеюсь, мы на таком режиме сможем сегодня чуть больше очечков поднабрать. Естественно, поинтереснее это будет. Чуть побольше нам из-за этого Миннесота не нафармило. Капризов, посмотри, в карьере он вообще кукурок просто. Вот, да, вот его в карьере сделали, то есть, стандартным. Они уже внесли пакет нормального игрока, а здесь его до сих пор оставили стандартным. Ну, по габаритам, конечно, пацаны, Морген повеселее выглядит, но похудее чуть-чуть. Кушает еще, пацаны, чувствуется, что не так, как Капризов, понимаете? Деньги-то не те не платят, понимаете? Пока что мюсли только с утра ест. Машину купил, 7 тысяч осталось, ну вообще, ну как, ну что делать? Ну, пацаны, так-то вот сейчас на тачечке чисто, вот, пока загрузочка, аккуратненько Морген в костюмчике, поняли, сел в машинку, аккуратненько приехал, вот. Прирулил, блядь, ко дворцу. Вышел просто в розовом костюме, пацаны, в розовом. Понимаете, на игру в костюмах в Америке всегда приходят, запомните. И раздевалки там топовые так-то. И раздевалки там топовые, да. Да-да-да-да. Павел Гира, братан, ну зачем ты спамишь, братан? Ну я видел. Ну чё я буду, блядь, привет городу передавать? Нахуя привет городу передавать? Зачем, братан? Привет городу. Я понимаю, ты бы себе попросил, хорошо ли, другу там. Ну городу нахуя? Зачем? Конор Макдэвид, го потом винтажный, 60 или 80. Братан, ну пока что денег не хватает. Так, пацаны, все, да. Начинается. Спасибо, брат, огромное за поддержку, спасибо за донатик. Поехали, пацаны. Все, вот оно, началось. Первая игра вообще, в принципе, Моргина сразу на карьере. На карьере, поехали. Моргин, подбери, пожалуйста. Ну что, чем мы занимаемся-то, мужики? Сразу в оборонке, посерьезнее. Ёп. Подожди. Мне самое главное силы много не тратить, стоять. Пиздец, просто вот как обычно, блядь, начинается. Вот просто по стандарту. Вот что это, блядь? Каприза. Он, блядь, сразу отрывается на два гола. Да. Еще и капризов. Спасибо, блядь. Охуительное начало, пацаны. Просто идеальное. Ну окей.
Ну окей. Кто смотрит серии, пацаны, я думаю, вы знаете. Это как обычно, это все как по стандарту. Просто Каприсик против нас, то что первая смена, вообще стабильно. Первая смена мы должны пропускать. Нахуя ты это делаешь, Гурдик, дебил? Ты что делаешь-то? Блять, по привычке, по привычке. Понял, ну поехали. Нормально, пацаны, начнем игру с такого вот дела хорошего. Самое главное натаскать хорошенечко по ебальничку. Уворачивайся, Морген, по козлиной бородочке. Самое главное не получить. Просто ему туда в топочку закидывать. Добей давай, его. Алик, добей. Давай. Увернись, все, надо добить. Подожди. Ой, ой, стоять. На. Накидывай. Пиздец. Завалил, ну это нечестно. Блять, ну просто вот чуть-чуть стаминочки осталось. Чуть-чуть просто вот стаминочки осталось. Только он мне один удар нанес и просто все унес вообще. Главное, ну, чтобы сейчас Моргена не унесли. Морген что, может выпендриться? Не может он выпендриться, пока что аккуратненько, просто все. Мужички стучат по бортику, как бы. Поддержечка. Ну, блядь, постоял за себя. Ну, блядь, я случайно, пацаны, стик у меня соскользнул, я бросил, получилось так. Ну, теперь что, на 5 минут отправляемся на удаление и продолжаем дальше. Ну, блядь, Гурдик заходит, он даже в зону не зашел, уже начинает подпускать какую-то хуйню делать, придумывать какие-то движения, зачем? Да, мы в первой сменке, как обычно, получаем еще вот это да. Вот самое страшное. Просто зайди, брось, ну это калит. Как это может не калить, ребят? Ну, я надеюсь, то, что за 5 минут ничего не произойдет, 1-0 все так же. Морген уже выходит на площадочку. Хорошо. Хорошо. Ой! Блядь. Да кого? Ой, блядь, они опять вышли спящие. Ты посмотри, пацаны, что с командой? Ну, ландескотчик сейчас подкини, просто 1-0 выхожу. Ну как, ну так, ну зачем, ну как, ну куда? По ударам, да, пацаны, тут такая боевочка была нормальная. Он ему и в челюсти все этот взял, завалил. Ну, пацаны, суд Миннесота. Жестко, потому что мы только что обыграли Вегас 3-2. И унесли Анахайм 7-1 в прошлой серии, пацаны, не забывайте. Джорданчик борется, блядь, с двумя под Етиум, помоги, куда поехал? Вот он, Морген на открытии. Он его вообще не видит, блядь, слепая лошадь. Сейчас опять офсайд будет. Ну нет, у Моргена и появляется шанс. Ну-ка, еще. Бросайте, блядь, кто-нибудь. Хорошая нормально, плюшечка. Нормально, полетело, это хорошая. Вот это хорошая была плюшечка, ландескотчик. Ландескотчик, ну, аккуратненько, поливать, добить. Хорошо. Там, блядь, не товарищ защита, судья. Не защита, судья. Товарищ, ну, что такое? Товарищ судья, блядь, ну что за дела? Ну, он как обычно не засчитает, посмотри, блядь. Ну, потому что он, да, он врезался в него, конечно. Причем он заехал вот просто вот во вратарскую на лезвие. Да. Чисто вот на лезвие, аккуратненько. Товарищ судья сразу поехал, позвонил, говорит, там, говорят, на вот на верхушке сказали, нет, пацаны, отмена гола. Мы так не играем в хоккей. Ну, поехали, что будем пробовать продолжать. 13 минут уже осталось в периоде, блядь, удаление 5 минут, конечно, сыграло свою роль на щиточек, я думаю, разве здесь чек? Надо было. Я ну, думаю, ладно. Ну, да, можно было на щиточек бросить, согласен. Потому что он такую херню ловит, каприза, пацаны. Блядь. 10 лучших по голам. Капризов, а ему еще не засчитали 14 пока что, да. Даже 13 показывают. Статистика, пацаны, в НХЛ не так обновляется, как должна. Как должна, как работает, так должна. Ну что, пацаны, боты, пожалуйста, давайте вот пока симуляция 4-4, а мы выйдем 4-4? Ну да, если показывают, значит выйдем. Хотелось бы выйти 4-4. О, пацаны, побольше места, побольше пространства, на котором надо рисовать. Вот здесь стоял, вообще хорошо бы. Вот выиграл бы он еще. Хорошо, Морген, поехали. Уходи, уходи. Уходи, уходи, дай на дальнюю, поливай. Там, вот это хорошо. Хорошо. Я же сказал, пацаны, чуть больше пространства сразу там. Дали покататься, Морген, какая вертушечка в исполнении получилась. Ну, у нас есть как бы вертушечка-то. Ну вот один хер меня подтолкнули, я вот ее чуть не потерял вот здесь. Чуть-чуть не потерял, ну, наверное, просто. Если бы X-фактора не было, она бы дальше отлетела. Здесь дальше передачка, как бы, пацаны. Ну там вот, кто у них там на рамке стоит? Тальбоже должен стоять. Мразик, а, Мразик здесь стоит. Я бросал, видел, да. Мразик, пацаны, конечно, с такими бросками от Гудрика не справляется. Ну, помогаем партнерам набирать очки, это не может не радовать. Заходим в зонку, поехали, Морген. Просто протащит, поливай. Капризику вы такие проехали, привет, передали. Братик, да, что да, там да, по очечкам-то как вообще? Подожди, вот оно, пространство-то чувствуется. Ой. Как это, блядь, защитнику-то она не далась, тащи, Зуккарелло. Иди ближе, блядь. Иди ближе. Не дай брось, не дай брось, просто. Блядь. Вонючек очень опасно отбивает. Ну, ё-моё, пацаны, давайте, 4-4. Мы, вот я чувствую, что больше пространства, боты стали хуже. Да подержи, идите к нему. Дай, поехали. Все, хорошо, хорошо. Поехали, просто беги, просто беги, просто беги, просто беги, просто беги. Нет, по тормозам, я понял, я здесь не успеваю. Пасик ищу. Блять. Блять, мне просто при спину задели. А двушка, нет? Твою мать, опять сломали, что ли? Вставай. Встань, сука, если тебя сломали, это пиздец. Возьми свою палку и меняйся. И как я напугался, а? Просто у борта опять его прижали, чуть не сломали. Но это было бы вообще, пацаны, просто ни в какие рамки бы не залезло. Надо сменки сделать, поэтому. Ну, сменка короче. Хорошая, сменочка хорошенькая, пацаны, аккуратненькая. Просто голик есть, были еще моменты. Ну, блин, ну чуть-чуть как-то пас, конечно, залажал. Сильвестр Сталлоне, пацаны, видели фотографию Гринвей. Реально похож.
Ландескотчика с капризом показывают. Ну почему? Ландескотчик-то вообще очечки не набирает. Ландескотчика вообще, пацаны, давным-давно не видно. Я не понимаю, что с ним, как он, как дела у этого человека. Он на предсезонке, походу, весь лимит исчерпал. Привет, ребят. Всем, кто залетел, не забывайте прожимать лайки, потому что это как такая же обычная серия карьеры за Моргина. И как только набирается 300, мы выпускаем, ребят, следующий видос. Скорее всего, следующий по карьере уже будет видос, пацаны. Ты иногда пас проси. Я всегда пас прошу, я не еду, не жду ничего от бота. Типа, если она проходит, я просто прошу, и все, и пошел он нахер. Морген, побороться можно. Гудрик, блядь, подъехал, помешал. Этот толкает. Вот, хорошо, Ларсен просто забыл. Ну, ой, блядь, Алик. Ну, Алика, блядь, на бейшке приехал, уже на раскайфах выходит на игру, уже не так чувствуется бросочек. Вот я тоже бросал вот с пятачка, куда он плюнул, просто мимо пальнул, пацаны. Пиздялики, неинтересно. Ну, ем, Томпсон, пацаны. Ну, я почему у двоих-то выживаю? Ты проси в таких моментах, ты же прям спереди едешь. И они слепые, я хз, как они не отдают Морген. Морген! Не, а, забуксовал. Ну, катания тут не хватает. Ой-ой-ой, голик! Опять не дал. Блять! Сучка! Гурдик, сделай дубль-то в такой ситуации, ну пиздец. Ну тут видишь, катания не хватает. Да, вот если бы у тебя было бы катание, типа, хорошее, типа, там, не знаю, там, как у МакДэвида, ты бы на месте бы не буксовал просто и все. Ну, ты видел, как хорошо это было? Зашел, под конечек защитничка убрал, корпус поставил и на ближний. Причем ты просто убрал, он как откатывался, так откатывался, когда ты пошел за ворота, он проебался. Да, это непонятно было. Ребят, ну 1-1, 2 минуты осталось в периоде играть. Ландескотчик, зайди. Блять. Он сколько проблем, зайди. У него и с выйди тоже проблемы. Как, да почему опять ты в меня-то летишь-то в тело-то? Дворик заработали. А, дворик, да скинь сюда все. Давай так, спокойненько начнем. Пасик. Заходи. Хорошо. Вот, 3 в 2, тачка, 3 в 2. Пиздец, всю 3 в 2 засрал. Просто всю 3 в 2 засрал человек. Хорошая, хорошая, дай. Дальняя. Ну пусть, блядь. Какая раскаточка! Да, вообще. Какая раскаточка-то, пацаны! Показал, бросочек убрал, скинул, и там на пятаке. Варчик-то вилочек по ногам заехался. Мразик на туле, как мразик, как будто его понял, ловушку к штангам вот так пришили, блядь, и он вот так стоит, как он. Ну, двушечка, пацаны, грубо здесь он сыграл против Моргена, на. Сука, нас убрали. Нас убрали, ребята, это печально, очень печально. Ребят, нет, не опоздали, только начали, только первая игра. Поэтому вовремя залетели, кто только еще, только-только подзалетел, да, пацаны? Донской, просто на катании. Ну пни, помоги. Это вылази. Да хуй, блин, почему он, блядь, стоит? Просто сразу вылази с ножками и поехали. Большинство, ребят, минутка осталась. Минутка. Вот банан, блядь, я ему говорил банану в перерыве кидаю. Он, блядь, вот за минуту до конца закидывает. Ну давайте, давайте, пацаны, ну надо расставиться. Ну вы где? Ну вы где? Ну кому Алик должен отдать сейчас? Ну вот, за ворота скидываем ему. Пусть он дальше двигается, может быть, он вылезет. Пацаны, большинство, Алик, оппозиция, пад. Че ты не бросал-то, не пиздец. Ну там, блядь, я три, факт, было. Ты меня как комментатора 300 раз уже наебал. Просто выкатился, просто плюю уже. И, ебать, я хотел сказать, бросок. Ну я думал, там кто-то отскочит под поудачный-то на дальнюю. Да нет, тут прям плевок уже нужен был хороший. Причем и дистанция прям такая приличная была, что Морген с такой мог попасть. Много голов уже, пацаны, было забито с такой позиции. Морген. Ну он как, блядь, его даже ничего сделать не успел. Он как тряпка половая, пацаны, Морген у нас. Им просто лед вытирают постоянно. Если кто-то в тело пойдет Моргена, пацаны, ой, все. Вытирается сразу. Ну здесь догонят, схавают. К нему же и развернуло. Поширше. Вил подкидочка какая аккуратненькая. Да, но надо поширше играть. Я вот смотрю, надо прям поширше играть с ботами. Они понял, они сужаются все, да, вот так, да, в кучу. И типа ты пытаешься с ними там поставаться, а там игроков до хрена. И просто передачи не проходят. Морген неплохо подкатился, блядь, но боты, как обычно, слепые лошади, ни хрена не видят. Вот часто подкидочку. Да, ну, подкидочку-то что, не проходили, что ли? В Миннесотской школе... Походу, не проходили. Все это краконские. Вонючек, кстати, на рамочке-то. Вонючек, родненький, родненький. Пацаны, давайте в чатике похлопаем. Вонючек дебютировал на воротах-то сегодня. Потому что обычно у нас Дриггер стоит, пацаны. А сегодня Вонючек выходит. А-ля-ля, а-лю-лю-лю-лю. Но первую, сука, съел с первого броска, конечно, по стандарту. Вонючек, на то он и вонючек, пацаны. Ребят, не спамьте в чате. Кто будет спамить в чате, пацаны, я не буду больше предупреждать, реально. Пишите одно и то же по 100 раз, я дам бан на 300 секунд, ребят. Да, и братик, ну ты пишешь, давайте КХЛ, ну ты же видишь название стрима, видишь, мы вообще что делаем, что у нас карьера, ну какой нахер КХЛ? Ребят, по чату, ребят, чекните в чате, там есть чат ВК приватный, ребят, инстаграмчики меня и Суворчика, не забывайте залетать, ребят, перед началом второго периода небольшая интеграция реклам. Поехали дальше, пацаны, второй период, погнали. Вонючек в порядке, пацаны, ну, блядь, с первого бросочка то, что он пускает, это, конечно, не очень. Ну, Гудри, как обычно, тоже на вбрасываниях все всасывает, и меня это немножко... Ну, капризика схавали, а он шайбой остался. Нет, он, потому что этот дебил пас не отдал. Он начал опять, блядь, кого-то в борт прижиматься и не отдал пас. Ну, открываться-то кто-нибудь будет? Нет. Че вы стоите-то, блядь, дебилы?
Блять. Очень опасно, а. Так они не открываются ни хрена, они просто стоят здесь же. Куда нахрена мне им отдал? Дай. Ой, тупые, чё начал? Хорошая, еще дальше сюда. Хорошо. Вот Морген сразу паса дает, а сна Гудрик. Не насри, не насри. Гудрик, ну куда ты вот? Гудрик насрал. Гудрик, я говорю, не насри, насрал. Не насри, насрал. Не насри, насрал. Вон дескотчик с плевом. Еще за рамку скинь. Хорошая. И открывайся. Ебануться. Вот эти финтифлюшки. Пацаны, какая, а? Какая получилась. Просто по тактическим возможностям, по тактической водочке. Посмотри, сколько скидочек получилось. Просто ландескотчик. Ну тут только клюшечку подставить было. Под клюшечкой передачка-то да. Пошла просто. Мразик, пацаны, я не знаю, капли дождя сегодня такие желтые, нормальные, да, испытал. Да, да. Потому что насилие сегодня будет серьезное. Мы готовы, мы заряжены, ребят. Первая игра просто на стриме у Алика. Поэтому надо делать дела, надо максимально собранным быть. А он доскочек, пиздец. Посмотри, говорю, посмотрел. Иди, бей его, я тебе что навожу-то? Ты тупой? Вот ее сейчас чуть не пустили с отскока. Из-за того, что он еще просто не пошел. Уже. Где, что? Вот она, сменка. Меняюсь. Все. Самое главное, что не офсайд, пацаны. Там просто коуч просит сменки почаще делать. 2-1, ну знаешь, что у меня больше всего сейчас, я вот за что переживаю, то что Миннесота может пропустить, ой, забить нам на симуляции. И компик может встать резко, потому что сейчас компик неплохо играет. Ну я хз, я не знаю, компик хреновенько играет, вот на выходе из зоны, как обычно, хреновенько. Вот Гудрик, пожалуйста, просто бросай, решай. Ну можно было, конечно. А Холби пропустил бы. Холби мог, да. А Холби такие залетали. Салам сегодня забил 20 голов, удачки, а что намутил гол. Как сделать подкидку? Пацаны, есть все обучение в ТикТоке, залетайте. Ну, типа, на стриме. На этом, пацаны, стриме объяснять, вот, давайте КХЛ и так далее, мы не будем. Потому что этот стрим, пацаны, это как видос идет. Потому что люди, которые будут пересматривать, а я не думаю, что они особо сильно хотели бы слушать о том, блядь, как отдавать подкидку в NHL 22. Поэтому давайте, ребят, сегодня чисто по карьере вопросы и все остальное. Поехали. Морген, просто вылазить с корпусом. Ну, вот, ну, пасик можно. Это... Ну, устал, наверное, я не знаю. Что? Устал, ну, блядь. Ты же не на машине 60-х годов ехал, родной, он... чтобы у тебя ручки-то забили. Так вот это и есть, блядь, ми... Ух, я думал, руки я подняли тоже, резко. Меня аж напугал, я аж напугался. Ребят, ну, пока игра нормально складывается. Ну, как обычно, компик на симуляции вот ни хрена не делает. Вот серьезно, все голы вот за сегодня сделал Морген. 1000000%, миллиард просто. Посмотри скидку. Блять, я только нажал, он тут же в секунду потерял. Он, все, держи, мразик, держи. Крепим варчика. Куда ты лезешь-то? Я бы тебе, конечно, набил бы ебало, но не хочу вторую десятку получать. Точнее, пятиминутку, в общем десятка. 12 плюс 10, там показывают Алика, 22 очечка. Вот знаете, что здесь хочется? Забить в такой ситуации. Да. Ну, сука, вбрасывание, как обычно, Гудрик. Вообще, пацаны, я не знаю, Гудрик просто по вбрасываниям какой-то мешок с картошкой. Он ничего выиграть не может, я не знаю, что делать. Томпсон, ой. Уходи. Ой, ушел. До свидания, подкидка. Ну, копните что-нибудь. Копните, Родин. Ну, такая аккуратненько, чисто что-то куда-то проверить, пацаны. Ну, можно хитрик Горди Холл сделать. Мы так-то подрались, отдали передачу, да. И можно еще забить, пацаны. И будет хитрик Горди Холл в первой игре. Давай дальше. Да, блядь, я прям в тело попал. Я этого не хочу. Ну, клюшку дай задницы достань. И даль. Блять, ну как он... туда побежать на борт, он... Так он сразу бы, если бы сунул, можно было бы что-то придумать. Поехали, на какой он быстрый-то, а. Ты видел, как он ножками добавил и просто меня съел. Все, аккуратненько, пацаны, стамину не тратим, потому что чувствую, можно еще в атаку будет убежать. Думба, не дай, бро, хорошо перехватил. Ванечек, блять, клюшка, играй, ну на пятаке, на твоем... Посмотри, он вообще за ворота не идет. Что это за херня, ничего не понял. Блять, ну посильнее это. Так посильнее, почему он такая слабая-то пошла? Что-то вообще, чё боты встали-то? Держи, пожалуйста. Все, пусть держит. Ёб твою мать. Да ёб твою мать, я ничего не пойму. Просто сунь. Ну, подбирай, поехали, начни атаку. Они какие-то вообще плюшевые вышли. Все, давай на смелку. Там надо выйти из зоны сначала, выйти-то, чтобы поменяться. Вот так хотя бы, вот, и поехали, бегите. А я меняться пошел. Гурдик, давай, потащи. А я меняться, потащил. Пацаны, фу, ну что за смена-то была дебильная? Вообще страшная какая-то. Как мы выжили? Как мы выжили? Нас максимально просто прикрепили. Да, боты тупят дико. Просто из зоны не вышли два раза, когда надо было, и все. И встали. Что-то долгая симуляция очень пугает мне это. Как и в 20-й. Я в 20-й, пацаны, не играл в карьеру, я не знаю. 3-2, нахуй. Просто два гола за симуляцию съедаем. Почему бы и нет? Вот они встали, сразу съели. Заебись. Морген тут потеет, блядь. Остальные 2-3 звена не забивают. Просто выходят, только пропускают. Я не знаю, чем они занимаются. Морген... Ну, броски слабые, конечно, вообще жесть. Только такими бросками только передачи отдавать. Да. Это просто сильная передача. Это не сильно. Ну, ладно, скотчик. Ну все, а ты отдай. Вот, хорошо, в косашечку сыграли. Еще вот она.
Посмотрел бы, конечно. Ой, ой, посмотрел. Сейчас спину уже съедят. Бросай, ой. Нормально. Вот нормально. Сейчас подержать пол. Можно, подержать, поискать моменты какие-то, возможно. На пасик пора, наверное, уже давать, что он уже, блядь, все, не катит. Ну, а вот куда? Ну, по синей просто хотя бы отталкиваться. И эти, я жду. Оп. Ну, доскочек. Ну, блядь, ну какая ближняя-то, а? Начни разрисовывать. Покажи хотя бы что-то неудобное. Сует какой-то просто, блин, что за... Еще и бросок слабый, я понимаю, он из-за ушей дал. Ну, Гудрик, пас пора, блядь, какой-то отдавать. Ты видишь, тебя два человека... Пацаны, комп начал просто бесить уже. Версия мангалки на 2.0 сейчас подъедет, потому что они опять начинают срать конкретно. Ну, что это за дела? Хорошая, ну, поехали. Хорошая, Маккейн, убегай. Макар, старый, ну ты что, зачем ты старый, стал, старый наш партнер, ребят. Старый партнер знает, что делать-то в игре с Моргеном. Сейчас спину толкнет, все, блядь, пиздец, шайбе. Ну, ой, ну окей, окей, поливай. Блядь, ну пас он нахуя здесь отдал. Там просто на боевую позицию вышел, ну, чтобы блядь, плюнуть. Ты мне-то под ворота скинь, если уж на то пошло. Какие-то страшные смены. Ребят, да. Просто как игра складывалась идеально, и как резко комп встал. Вот посмотрите, сколько, насколько все от компа зависит. Он просто встал, и мы ничего сделать не можем. Потому что они не открываются, какой-то, блядь, базарный эффект происходит. Куда они едут, что они делают? 3-3. Вы... О, найс. Вот это хорошо. Вы по очереди играете, да, пацаны? Мы играем по очереди, по смене. По смене. В принципе, я думаю, вы отличаете, кто когда дух, блядь, чуть не съели опять. Томпсон, держи, возьмите, пожалуйста. Ванечек, ну ты прижми. Да, блядь, да посмотри, что они делают. Они как уроды играют. Пас, дай. Ни хрена меня унесли. Моргена-то перевернули. Заходи, он доскочек. Заходи, заходи. Дай пас. Блять, ну какие коньки, ты дебил. Дай сюда. Все, подержи еще, подержи, дай сюда. Нормально. Ну окей, 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 нормально, нормально, нормально. Открываемся за рамку открываемся, мужики. За рамку. Вот так. Блять. Зачем Гурдик пропустил-то ее? Да он даже не видел ее, как будто бы, блять, эту передачу. Ему просто похрен на нее было. Да, ну, блять, ну дайте. Вам доскочек, человечек ближний. Вот он меня бы подождал, я бы открылся, и тогда вот я бы успел, типа, блять. На сменку. Так я просто в зонке покатался, уже устал. Желтый. Я видел. Я тебе не про это говорю, я говорю про то, что он как быстро он устал, ну, сука. Да, да. Что я просто по зонке покатался, он уже стоячий. Ну, пацаны на пятаке, я не знаю, что делать. Ну, посмотри, ну что это такое вообще? Ну, что это за насилие? Дай, начни, убегай. Все, я на смену отдыхать. Все, дух он понесся. Блять, как обычно. Ой! Ура себе. Как ворота нахер там ворота снесли. Ворота перевернули, но... Просто минус ворота, пацаны. Болгаркин вернется сегодня. Но, пацаны, если комп сейчас не начнет нормально играть, Болгаркин, ой, как подъедет, я вам говорю. Он прям нормально залетит сегодня в чат. С кем следующая игра, пацаны? Следующая игра с Чикаго Блэк Хокс. Но пока что давайте по этой игре, потому что, блин, еще ничего не решено. 3-3, и что-то комп вообще играть отказывается конкретно. Морген, поливать. Ой, ну, возможно, да, возможно, поливать. Ну, здесь не засчитали бы ты я его. Я не на него вообще, если честно, эту передачу отдавал. Варчика прям нормально так катился. Полива. Броски у Моргена, пацаны, я не знаю, что плакать, ну, блядь. Блядь. Чисто вот, как тренер говорил, пизде пить подносит, пацаны, такие броски. Ну что, такими нельзя вратарей НХЛ пробить. Это вообще, это ГГ. Ой, хорошее. Вот это хорошо было. Очень приятненький, да, розыгрыш. Вот, возможно. А, ну нет, он уже съел его в этот момент. Передачи тоже сла... Ой, ой. А прикинь бы под себя сейчас. И просто бы, блядь. Чудесно. И просто бы, ай-яй-яй. Я просто, ну, была такая возможность. Я почему-то подумал на секунду, что ты вот просто руки уберешь в эту сторону. Потому что он прям за пивом уехал. Эпплтон. Нормально, нормально. Ну, вот это хорошее большинство. А это большинство, что ли? Да. А что ты не сказал, даже не прокомментировал. Я такой, типа, ну, окей. Жалко, тут девушку нельзя купить. Ну, да, да, пацаны. Очень зря. Ну что, в большинстве за 23 секунды-то успеет Сиэтл забить хоть что-нибудь? Нет, понятно. Как обычно, блядь. Как обычно. Ничего не получается. Ну, Гудрик, я давай. Я вот на Гудрика постоянно пытаюсь надеяться, а он не над... Он, блядь, ну что за передача-то, а? Ёб твою, блядь. Блин, ну 3-3, вообще все на тоненького. Закарыло, давай. Так откуда ты высрался-то тут отсюда? Я ничего не понимаю, она мимо них-то почему проходит-то? У вас что, блядь? Стелсбой стоит, что вы шайбу не видите или что? Ну, толкни ему в спину. Ну, что это, блядь, такое опять? Дай капризу. Силовой, конечно, страшный. Я сейчас опять всю ману потрачу на оборону. Блядь, какие уроды, а? Ну, серьезно. Ну, как? Он отдает поперечную передачу через наших троих игроков. Три игрока вот так стоят. Чё за хуйня, блядь? Как в меме, пацаны, поняли? Чё за хуйня, блядь? Я такой, ну и нахрена я это делал? Зачем, типа? Ну, да насколько сейчас не повезло-то, а? Ну просто сейчас за голика можно было бесплатно съездить.
Ну вот, вот ну еще раз-то попади тычком-то, а. Ну заберите вы шайбу, ну что он, блядь, просто рядом с вами катается, вы не толкнуть, ничего сделать не можете. Блядь, я разогнаться не могу, упираюсь всем в спину просто. Нахрена ты ее суешь Кочек, сюда? Ну ты чуть подожди. Вот нахрена ты, вот нахрена, ну брос... Хорошо! Просто... Продавил ландескок. Тык, мэк, пык, шмык, хуик, гол. Молодчик ландескок. Вот баребный, баребный чисто голик. 4-3 наконец-то, ребят. Мы вернули преимущество. Но тут вообще, тут, блин, посмотри, вот трое сзади хавают, один под бросок вообще ложится, он потом выцарапывает шайбу, низом забивает. Просто низом мразика пробивает. Но это страшный гол, страшнючий просто, ребят. Ну окей, ребят, 4-3 это уже хорошо. Это и хорошо. Да ожил, я не знаю, пацаны, может быть ему где-то чуть-чуть повезло, но страшное дело, его, конечно. Его, походу, Морген подвез, понял. Да-да-да, очень страшно. Ребят, 63 лайка, ребят, давайте соточку прямо сейчас добьем еще, кто не поставил. Потому что, ребят, 67 человек на стриме, и по-любому не каждый поставил лайк. Ребят, если вы смотрите карьеру за Моргена, вам нравится, чего вы жопите лайк? Зашли, просто нажали эту гребаную кнопку, и все, она же бесплатная, пацаны, без подписок, без всяких. Я понимаю, она 100 рублей стоила. Поехали. Ларсон. Передачку бы посмотреть, конечно, здесь. Гудрик заходит неплохо под скоростью на доскочку. Ну, это он скочку была. Ну, наверное, стик чуть-чуть не довел. Он, наверное, бывает такого, так да. Отдает, конечно, по-уродски. Но, то, ну, ближе. Ну, иди поближе. Ну, пацаны, вот это бесит. Почему боты? Вот он, да, он в сантиметре от него с шайбой, да? Ты либо клюшкой ткни, либо просто плечко. Пойди. Ты замечал, что они клюшкой вообще не тычат боты? Мы играем на уровне звезда, ребят. А боты клюшкой вообще никак не тыкают. Им похер на это, просто похер. Просто выткни, и все у него. Ну, что он перед тобой стоит? Еще и вот так вот, блядь, дрочит и раскаляет. Морген. Просто неудобный сунуть. Окей, хотя бы так, просто мразик пусть держит. Ну хотя вбрасывание вот, ну, это давай, вот, Гудрик, потому что... пожалуйста, ну ты должен раз за игру хотя бы вот сделать. Один раз он выиграл, один раз я видел, он выиграл. Я докажу, если что, пацаны. Если будете пиздеть на Гудрика, я если что докажу. Ну брат, ну ты сделал дубль, пора выигрывать вбрасывание начинать с таким, с такой, такой ситуацией-то. Ну, блядь, как обычно. Как обычно. Опа-на, что-то наклевывается. А что-то наклевывается, Морген. Вот она. Хорошо. Вот просто насколько команда Сиэтл уродская, что из пяти голов, четыре забивает первое звено. Вопросы? Я не знаю, пацаны. Какие вопросы? Что-то с празднованием у нас не пошло. С ландескочком стоим, выясняем. Я надеюсь, чтобы это сейчас не... О, окей, я думал, сейчас залагает. Ну, блядь, Морген низом вообще. Просто низом, мразик, блядь. Опять низом засовывают. Что за вратарин Хелл, ребят, если им вот такие голы заходят? Что это, мразик? Я не знаю, иди спи, иди отдыхай, пацаны. Это не вратарин Хелл. Вот если бы был бы флюричик, мне кажется, да, какой-нибудь. Да. А кто там сейчас в Чикаго стоит, я забыл. Ну, вообще Флюри, у нас не помню. А, в Чикаго Флюри же, да, да, да. Ну, в карьере у нас не он. А, ну в карьере, да, пацаны, не Флюри будет стоять, потому что он еще в Вегасе здесь. Да. Ну окей. Давайте пятачок-то расчистим, вот так под. Ну хотя, мне кажется, когда мы начинали бы карьеру прямо сейчас, если бы начинали, мне кажется, с обновленными составами уже, типа, уже все бы нормальные были. Да, да. Ну, у нас ландескочка бы не было. Ну да, ландескочка. Только у нас вообще бы, у нас Танев должен. А, ну он есть Танев. У нас и Ванечка бы не было. Ванечка тоже не было бы. Ну окей, пацаны, Морген, все. На первых порах просто в зоночку залетает. Финтики рассказывает интересные, конечно, людям. Но люди не верят, ребят. Люди, верят, люди поигравшие, у них уже много часов опыта в НХЛ, поэтому они таким финтам просто не верят. Перерыв, пацаны, перерыв. Ну, уходим, в принципе, на перерыв с комфортнейшим преимуществом, мне кажется. Подожди, просто с идеальным. Не закончилось. Че не закончилось? Сменка. В смысле, блядь, мы, ну, в первом, ладно, звене, да, играем. Да, да. Бояр, ты, по-моему, первый видос в очках. Брат, ну это стрим. Это стрим. Ну, видос, по-моему, какие-то были, я очки делал. Ну просто глаза, пацаны, болят за сегодня, уже устал, поэтому одену очки. Одел, точнее, уже. Можно, да? Можно? Вот, началось. С вашего вот чисто опять позволения. Переклашечка уже бесплатная. Какой-то вот, что это? Просто плевок какой-то и уже... Ну ты ёб твою мать-то, блядь, вот точнее. Началась. Пацаны, у меня такое ощущение, что мы играем в какой-то детский уродский... Блядь! Насколько это было близко. Вот мог он на полсекундочки... Да ёб твою мать! Блядь. Почему он, сука, через двоих так проезжает? Бесплатно. Опять капризов дубль. Опять капризов дубль. Я, пацаны, конечно, рад за капризов. Да. Ну, сука, почему он две забивает? Мы за ним же гонимся по очкам. Опа, ну, лысый что-то хочет сказать. Окей, что хочет-то от нас? Алишер, мы теперь давим на соперников. Не останавливайтесь. Команда даже читать неохота. Поехали, звезда. Гол, вот что будет давить на них, пацаны. Как следует, я обеспечу нам гол. Базар, отвечаю, вокзал, рил щит, пацаны. Это реальное дерьмо. Мы сейчас выйдем и сделаем. Все, что, давай. Все, заебись, сделай, брат. Давай, давай, не ссы, поехали.
Хоть клюшечку. Да, блядь, опять нахуй послал, понял. Ну, поехали, пацаны. Первое на первое звено дает гол от Моргина. Ну, обычно. Попробуем. Просто с раскатика. Хорошо, заходи. Ну, тут же плотность в зонке. Иди дави, Гудрик, иди дави. Иди. Блять. Гудрик бесплатно проехал. Уда! Ну просто вот они. Mm-hmm. Как они чувствуют тайминги, компы? Он просто за сантиметр. Пожалуйста, вот дай. И побежим. Чуть не сошла. Хороший ландескотчик! Штанга! Гудрик! Блять! Мразик, ты зачем это сделал? Гудрик, просто как вот он здесь сейчас не попадает. Морген! Броски. Финалик, ну, броски смешные. Может, отдашь? Я попросил. Дебил. И уехал куда-то нахрен. Mm-hmm. Ну, тупой, что ли? Почему ты мне передачу-то не дал? Дай мне за ворота, иди, открывайся. Да. Так, отдыхаем пока что ей. Пока отдыхаем. Займем свою позицию, пацаны. Оп, ну и поехали. И поехали. Дай, посмотри. Посмотри, сука. Внимательно, блядь, посмотри. Он слепой, пацаны. Он слепой. Он как лошадь слепая в натуре. Просто пусть прижмет. Ну, окей. Нормально, хорошо. Нормально. Неплохая первая сменка, ребят. Ну, блядь, пропустили, конечно. Пропустили, вообще здорово было. Пропустили и хреновенько, говяненько, не очень это. Ну, так задача на этот период, не забывайте, пацаны, забить голик. Да. И это дело надо делать. Ребят, 80 лайков, еще 20. По-любому не все поставили. Че вы, пацаны? Жопите лайки, что ли? Че это такое-то? Ой. Ну, блядь, вот это вот опять тэкпэкмычное, вот то, что я вообще не перевариваю. Ну, на самом деле, ребят, эта игра может по-любому по-разному сложиться, потому что я чувствую, что боты вообще выключились. Из-за его хорошо, Морген там на скорости! Он, блядь, стоит вот так с неудобной на дальней, зачем? Вот так стоит развернутый полубоком, что ты делаешь, зачем? Какой матч по счету? Ребят, первый, мы только начали. Первый матч, ребят, и неизвестно, как он сейчас закончится, потому что ведем всего в одну шайбу. Если мы доиграем до последних минут, скорее всего, Миннесота снимет вратаря, даже если мы будем в две вести. Да. Ну поедь, давай, братик, не тупи, поменьше тупников, ребят, просто... Ну ты, блядь, ну ты верхом-то дай! Ну ты и сильно далеко убежал, вот за линию защитника уже убежал. Он первого, это удивительно было, что он через первого отдал, через второго это прям сильно чудесно было бы. Это то же самое, как на синий защитника чужого выбить и в ноль убежать. Ну да, да, согласен. Что-то из разряда вот это, ой! Гурдик, неплохо, опасно. Сасно. Ребят, всем привет, кто залетает, всем привет, ребят. Не пропустить. Просто симулируй быстрее, блядь. Выключи игру. Все, хорошо. Хорошо. Потому что, блядь, как обычно, потом покажут гол. Большинство. О, большинство, ребят. Мэтт Думба удар клюшкой. Ну куда ж ты, родной, клюшечка ты своей махаешь? Тебе ж не бита, блядь, не бейсбол. Ёп, можно поеду? Спасибо. Эплтона из-за этого парализовала. Да. Скидочка такая. Потому что я вижу, что он идет меня бить, а я-то уже травму не первый день получаю. Ручками я не убрал на неудобную. Ух, ну я понял, меня просто, он просто в меня влетает. Спасибо. Ну, Морген, ну поборись! На! Пиздец какой-то, блядь. Как обычно с ботами. Я тут сейчас клюшку не подними, а тыкни, нам... Сейчас просто... Уже, ну понятно, если бы сейчас пропустили, то еще куда-то меня бьет-то без шайбы. Посмотри центр, сука! На отскок. Ну, он даже не бежит на дальний. Да, он не бежит, ну. Та-та-та-та-та-та. Вернемся и отдохнем чуть-чуть. Проброс, да? Не, ну трибуну выбросил. Mm-hmm. Кирилл Капризов, остался один гол до хитрика. Спасибо, блядь. Спасибо, пацаны. Мы за ним же гонимся, а ему хитрик остался. Не, это не нормально. Это не нормально совершенно. Симуляция долгая, нет, нормально, хорошо. Ребят, 86 лайков, чуть-чуть до 100 осталось, совершенно, чуть-чуть до 100. Но не забывайте, ребят, 300 лайков, и мы выпускаем новую. Точнее, садимся и снимаем. Да. Вот. Ну поближе, ну пожалуйста. Да, блин, каждый раз мы бомбим уже каждую 13-ю. Уже 13-я серия, уже столько каток сыграли. Каждый раз мы бомбим на комп, ну сука, он от этого умнее не становится. И, а жаль. Блять, и передачи они отдают. А жаль. А он, по-моему, принял Моргена, просто стамины не хватило принять. Не стамины, а умение. Я вот сейчас просто по прямой бежал, она у него сходила, по-моему, с крюка. Настолько у него технические способности развиты. Морген просто корпус ставит. Здесь выталкивают. Здесь выталкивают просто, ну, вот здесь-то на дальнюю-то сунь. Сначала надо было ему сувать. Почему он не отдал? Гурдик-то посмотри дальше. Андрей Титов, здорово. Здорово, ребят, всем привет. Залетал. Морген, дальше передачка. Неплохо. Ручки. Что-то рисанул даже интересненько. И Капризик догнал нас. Убей Капризика. Ну что он, блядь, рисует? Когда ему остановить? Просто такая шпала и боится. Когда следующий стрим будет, брат? Этот стрим еще не успел начаться, ты уже спрашиваешь про следующий. Как-то странно. Нажимай на эту катам, катайся, чтобы хоть видно было, что там происходит снизу. А то там что-то вдруг забьют, а мы не увидели. Морген, опасно. Вот сейчас можно.
Ну, перетянул уже. Согласен. Вот как только он тебе приближается, сразу избавляйся от шайбы. Потому что он толкнет и избавит и тебя все. От шайбы. Да-да-да. Это максимально. Это вот единственное, что надо научиться в этой карьере. Вот только в тебя идет игрок, вот чуть-чуть, даже сзади он тебя чуть-чуть задевает, сразу избавляйся нахрен от шайбы, потому что в манду, потому что он тебя чуть-чуть заденет, она, блядь, на проброс еще уйдет. Страшно сходит. Ребят, 5-4. Ну вот интрига. Интрига сохраняется максимально в матче. 10 минут сыграно, осталось так же. Может, скидку посмотришь? Может, посмотришь скидку-то, блядь? Что такое? Когда была возможность, ему вот нахрен не надо было. Когда его двое окружили, он сразу говорит: о, может, передачу отдать? А так-то прикольная идея. Хорошо, хорошо. Ну иди, спорт, забери. Иди. Посмотри сразу пас. Сука, такой тупой-то, а. Блядь. Почему я роль центрального выполняю? Я ничего не пойму. Ванёчек, отдай здесь. Ну отдай, уже спокойненько-то начнем дальше атаку. Сиэтл Кракен, ближайшие игры, пацаны. Ну, в принципе, расписание вот вам на стрим. На стрим, пацаны. Дальше Чикаго, Колорадо и Вашингтон, если успеваем. Ну, Гурдик, ну ты вбрасывание выиграешь когда-нибудь? Мало. Гурдик должен хоть что-то сделать. Поехали дальше. Паси, ой, хорошая. Окей, окей, хорошо, пацаны. Натяжечки, натяжечки, натяжечки. Жду, жду. Тут защик должен быть. Ей, защик. Блять, Мордик. Скотчик, ты кому там сильно так показывал так? Я не знаю. Ну, отдавал он мне, конечно, но я еще мне от силового долго отходил, понял? Так он дискотчик. Забери. На щиточек-то брось. Заберите, мужики, заберите, забери, иди. Хорошо, хотя, блядь, так. Только призыв под сходу давать, это дело неблагое вообще. Хорошо, ну, доскочек, хорошо. Поехали, поехали. Бросай, просто бросай. Доскочек, ну брось ты ее туда-то. Сука, ну они такие тупые, я не знаю вообще, что с ними делать. Надо просто продержаться, потому что они резко отупели. Угу. Капризику не дать бросить. Просто максимально насытить. Насыть пятак, пацаны, насыть в пятак. Вот, держи, все, не дай бросить. А, блядь, и так все равно держи, опасно. Держи, Ванечек, держи. Он да? стоит защитником, я еще на линии броска. Он один хрен опасно бросает. Угу. Как вообще, почему, зачем? Попробуйте после матча с Колорадо попросить обмен. Братан, мы просили уже обмен, у нас харизма не прокачана, мы не можем уговорить агента, понимаешь? Он нам говорит, что нужно еще остаться. Но мне кажется, ситуация особо супер не поменяется, если мы поменяем команду. Да. Ой, целом, хорошо, Морген, ну здесь низом. Вроде Сиэтл-то неплохо разыгрался. Да, Сиэтл, пацаны, только-только начинает обороты набирать. Вот так-то не забывайте, если что, это будет четвертая победа подряд. Но не хочется сглазить Ландеску. Сука, держи, Ванечек. Все нормально. Держи. Все хорошо. Все хорошо. Сглазить не хочется максимально. Ок, пока ролик буду ждать. Какой ролик, братан? Это и есть ролик, пацаны. Это и есть 13-я серия. Да, понимаете? Да. Это 13-я серия. Просто мы снимаем ее в онлайне. Нету пока что возможности, ребят, сделать ролик и смонтировать, потому что люди, которые этим занимаются, на отдыхе немножечко. И все-таки, чтобы мы хотя бы догнали немножко по графику, потому что, пацаны, и фивку вы просили, надо и фивку снимать, и мы не будем успевать максимально столько видосов делать, поэтому карьера иногда будет залетать на стримы раз в месяц точно, мне кажется, может быть даже где-то и два, что в перерывах между периодами. Ты кидаешь во время игры. Ну я же четко написал, попросил. Ну ёб твою мать. Я говорю, когда игра идет, не надо этого делать. Так игра идет, кидает. Проси его агента, чтобы он тебя в трактор засунул. Да, братан? В сельхозтехнику, если только ландо. Скотчик, ручки! На неудобную выворачивались ручки. А зачем-то неудобную? Тут прям просто вот, вот такие, понял? Прям чисто. Я даже неудобную тут не смотрел. Сильно экзотику ты выбрал. Ну, красивее было бы. Либо 100%, либо вот 30% с неудобной. Там еще поднять надо. NHL ну, да. Skill, спасибо огромное за подписку на канал. Спасибо огромное, брат. Ну чё, Морген? Морген максимально располагается. Немец, Зуккарелло. Блядь, не пускайте в зону, пацаны, не пускайте в зону. Он сейчас опять встанут, какая-нибудь херня случится. Иди ближе. Ёб твою мать. Неумные. Вот просто, вот кто здесь насрал нападающий? Потому что вот он стоит со своим защитником, ему идет передача, и он даже не делает два шага, чтобы помешать ему или как-то попытаться перехватить. Поставь на паузу. Что случилось? Так, пацаны. Я вижу сейчас. Что случилось? Пиздец, ну это вообще неинтересно будет, если так случилось. Пацаны, звук слышно, да? Звук работает? Блядь. Ну, картинка-то есть. Здесь все показывает. Все пошло. Пошло? Ну, картинка-то есть. Здесь а, ну все. Просто, пацаны, какой-то лаг произошел страшный, непонятный. С чем связанный, тоже непонятно. Ну, окей, все, продолжаем. Чего за херня была, я тоже не понял.
Ребят, всем привет, кто залетел. Мы продолжаем. Что там? Ну ты мне это нормально сделай. А. Уже отлагало. Я не понял, что за херня случилось. Походу, ребят, сосед наступил на провод. Поехали. Блять, ребят, ну пропустили. Видели? Вы видели же гол? Очень обидно. Будешь играть с подписчиками сегодня? Нет, ребят, сегодня только карьера за Моргина. Стримка 6-5. Ёб каприз. Твою мать. Каприз и хитрик. Ёб твою. А я, блядь, говорил, этот матч может закончиться еще вот по-разному. Ну блядь, Морген просто максимально всю ману за этот матч выдал. И когда это какая-то игра звезд получается. Ебать, вот, Алик, ну ты дурак. Вообще не валик, походу, так бросать нельзя. Ты вот еще понял, вот этот с корпуса, когда чуть он выворачивает. Надо вот когда ты едешь по прямой, по рельсам, тогда ему бросать. Чуть-чуть неудобно это все. Да. Это вообще не вариант. Я иногда удивлен, конечно, как мы забиваем с бросков. Но когда вот такие броски, пацаны, от Моргена, это жесть. Это просто жесть, это смех. Гудрик, блядь, принять не может. Ну вот, ну сука, ну вели спокойно 5-3. Доиграй, просто три хавают непонятные. Ну, блядь, такие уроды. Ну, я не знаю, ребят, ну нельзя, это взрослый хоккей, это НХЛ, нельзя так матчи играть. Морген, давай, пора делать дела. Морген на катание. Кто-нибудь откроется, вот, подойдет. Блядь, Гудрик сейчас поедет просто по прямой, скинь зайчику, короче, пусть они дальше что-то пытаются, что-то плюют. Вот, поливай. Неплохо, подними, поборись. Бля, спать, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Поднимали иди клюшку, ближе, но там, как ближе. Обычно, Алексеек побежал, как обычно, нормально. Провалился. Ну ты-то иди, бей его, хорошо. Все, ловушечку. Нет. Такая... Полудурки комнатные, как вы меня бесите, блядь. Пиздец, пацаны, это просто. Я когда говорил, что Сиэтл начал набирать обороты, я очень сильно боялся сглазить именно этот матч. А я его сглазил. Это регулярка, это ли кубок? Это регулярный сезон, ребят. Подряд схавать, ну это же вообще просто ужас. Да плов там еще, это, я не знаю, 7-5. Мы вели 5-3, чтобы вы поняли. 5-3 заканчивался первый, второй период. Второй период заканчивался 5-3. Ну это смех. Это смех. Ну вот здесь-то попади по шайбочке. Смех оплач какой-то. 5-3 после второго и 7-5 после третьего. Это пиздец, пацаны. Ну это НХЛ. Это НХЛ. Это оправдано, конечно. Когда каприз делает хитрик, как бы, понятно. Но этот матч звезд, я еще раз повторюсь, ребят, это матч звезд. Здесь забивают только звезды, и от них все зависит. Дальше, ну-ка. Ну. Ты дурак неумный, ну ты куда вот сюда-то едешь? Ну ты вон туда-то поедешь. Ну там, конечно, если был бы правой руки, он бы шлепнул хорошенечко, да. Прям. Салют, парни, может сложность поменьше поставить? Братан, на этой сложности максимально идеально играть. Самая оптимальная, да. Если чуть-чуть меньше поставим, мы будем забивать по 3 за матч. Потому что стабильно. Это уже было проверено, пацаны. Точнее, в серии мы никогда не включали как, ну, другой уровень. Нихуя он увидел. Поливай! Попади просто в пустейший угол, попади, дай! Дай! Сука, тупой! Дай, говорю! Блядь, прими. Вот он, мясорубка, да, началась. Прими. Мы в шестером? Да, да. Еще дай! Ну, блядь, ну подержи чуть-чуть-то, ну я же вот стеночку-то самую простую, детскую, давай сыграем. Тупень ты, ебаный. Блядь, вы что, говна ложку съели? Ну что такое-то? Тоже по... Ну ты на смену заехал, видимо. Блять, а мне как возле борта-то открываться-то тогда? Давайте досмотрим, что мы вряд ли уже выйдем. Давайте досмотрим, может хотя бы шестую заплюну. Тебя вбрасывание сейчас могут выпустить. Вряд ли. Вряд ли, пацаны, давайте досмотрим, хотя бы чем закончится. За 26 секунд мы больше уже не выйдем. Но я не знаю, пацаны, слов максимально нету. Просто нету слов по этому поводу. Опять стрим шлёк или чё? Нет, так и выложили. А. Эликсон заходит. А, он в пустые. Окей, в пустые человек не попал. Хорошо. Как мы им проиграли, я не знаю. Зашел в зону, не попал в пустые. Это еще капризик перепутал. Опять кого-то подпускает, я ни разу не видел, чтобы комп обыграл кого-то вот этим финтом. Опять прижимает. Короче, за 3 секунды тут ничего не будет уже, понятно. Короче, пацаны, первый матч на стриме 7-5 мы отлетаем. Пиздец, вообще не по делу, вообще не по игре. Морген сделал все максимально в этой игре. Нам еще и коуч задание дал, мы сейчас еще и коуча задание поставим. Почему получается... 1+2. 1+2, 3 очка, ребят, в копилку за катку. Но Морген зверь. Морген зверь, новая команда, говно. Поражение просто обиднейшее. Супер обиднейшее, ребят, поражение. Ну, как такие матчи можно отдавать? Максимально без комментариев. Арсений Бот, передаю тебе привет. Тебе привет. О. Это, конечно, не гол, но так мы же забили. Гол-то один мы забили. Нет. В третьем.
мы пропустили после тренерского обещания. Он нам вообще, по-моему, на второй давал, а не на третий. Я в третьем не помню, чтобы он нам давал задание, а во втором мы забили. После его обещания, после разговора с ним мы не забивали. Ну ладно, похеру. Это, конечно, не гол, но зато и они, брат, не забьют, если мы будем держать их в зоне. Обещание выполнено. Время у меня еще, братанчик, есть. Рано списывать меня со счетов, поэтому подогоди чуть-чуть. Симпатия менеджера 150, бренда 75, очки основного звена 50. Угорал. Въебали такую катку, но смешно, конечно. Да хрена смешно, пацаны. Очень смешно. По статистике мне даже интересно. Ну, Капризов явно первая звезда, пацаны. Капризов явно первая звезда. Здесь 3 гола. Почему, как бы, Ландескотчик какого-то хрена здесь появился с двумя голами, когда мы набрали 3 очка? Ну, окей, наверное, передачи просто не в таком приоритете. Понятно. Ребята, кто не знает, каждый раз один и тот же очки надо для алмаза или по-разному бывает. Про какой счет только? Счет сколько очей? Очков, ребят, у нас сейчас 23. Может, если Алик под нолик подстрижется, удача придет. Братан, мы уже пробовали. После предсезонки мы подстригли перед регуляркой Моргана Налоса. И ни хрена не смогли сделать. И очень не пошло. Ребят, еще раз повторяю, кто только зашел, мы отлетели Миннесоте 7-5. При том, что мы после второго вели 5-3. Нельзя такие матчи проигрывать. Мужики, ну вы сами все понимаете, пиздец. Сходите в баньку, отдохните, пацаны. Закажите туда покушать и все остальное. Но здесь везде все в плюс. В принципе, очки, плюс-минус, 22 в минуту на льду. Понятно. И для Моргана, как обычно, игра звездная. Звездная игра, ничем не отличающаяся. Да. Ну что, ребят, следующий на мушечку. На мушечку залетают. Чикаго, ребят, Чикаго. Под вот эту молотилочку моргенштерновскую, получается, попадает Чикаго. Да. С Патрисией Кейном, с Джонатаном Таевсом. Со всей вот этой бандой. Well, let's take a look at how the standings were impacted with some of the final scores around. Что, грузить будем сегодня? Ну, поехали. Поехали, пацаны. Также ставим периоды по 20 минут, 7-8 за период. Ребят, но после такого обидного поражения от Миннесоты, Чикаго надо забирать, ребят. Так ну, тут дома, вон. Дома. Тут смотри, тут из Каролины Додж Хэмилтон оказался. Да, Додж Дуги. Ну, Дуг. Ну, Доджи, наверное. Доджи, Доги как-то. Короче, похрен, пацаны, Хэмилтон из Каролины здесь каким-то хреном оказался. Доблинкет. Окей. Ну, Доблинкет чикаговский, насколько я знаю. Полетели, пацаны. Полетели. Просто. Но мне кажется, вообще, если брать ставки, пацаны, перед, допустим, если брать то, что мы начинаем перед Миннесотой, я думаю, Миннесоту мы, допустим, унесем хорошенько, а с Чикаго поборемся. Но, как показала практика, ребят, наоборот пока что получается. Сейчас посмотрим, как игра будет с Чикаго складываться. Но есть такое ощущение, то, что будет сложнее в разы, потому что, ребят, там игроки посерьезнее, там как бы Кейн, не забывайте, который тоже по очкам лидирует, тоже да, по очкам... Да, не завяжет наших защитничков в узел. Защитничков наших, да, он там, они уже давно все в узел связаны, там даже связывать некого. Джорданчик пару раз, мбанч. Ну что, пацаны, Морген готовится просто, какая же он палка худая. А мы удивляемся, то, что его задевают спину, и на у него все сходит. Ну, ребят, вес мы выставляли реальный Моргана, который есть, с ростом тоже. Поэтому вот, если бы он играл в хоккей, он был бы уродом. Ну что, ребята, арена в Сиэтле, домашний матч. Пора обрадовать болельщиков, ребят. Хватит уже обсираться. Мы только показали, только набрали ход. На вас начали в инстаграмчике подписываться, и вы сразу подсираетесь. Кейн с финтюшками. Вот, сука, вот, ну... Я не знаю вообще. Я не знаю, какие у нас защитники, блядь. У нас защитники на Авито куплены, и все. Просто... Даже на не на Авито, на Юле. Просто, я не знаю, пацаны, я, блядь, на дроме, что ли? Ну, блядь, ну защитники. Не, если бы с дрома были бы машины. Ну, уроды какие. Ну, посмотри, ну что это, блядь, опять чуть не забивают. Почему вы такие доверчивые-то, блядь, наивные? Да, блин, Кэт-то еще вообще зачем куда-то отдавал? Тейвс опять куда-то плюет. Как обычно, игра начинается жопой кверху. Опа, опа. Голы опа. По 13, у нас одинаково очков с Кейном, да. Пацаны. У нас одинаково по 23 очка с Кейном. Так он тоже, получается, закаточку-то плюс 3 где-то набрал. Да. Ни хрена не набирают очков-то. Это вообще серьезно. Ой, Морген, погнали. Разгоняйся, раздувайся, беги. Куда ты? Ни хера себе, нас быстро схавали так. Он меня не схавал, я его руки в сторону убрал, она сошла. Да, я думал, он выбил. Нет, я просто руки в сторону убрал от него, и она сошла. Ребята, ну куда даете-то им так поливать? Побежали, побежали, побежали. Пора в зонку. Дай пас, заебал. Блять. Ну тут либо меня бы убивали, либо я бы избавлялся от нее. Ребят, всем привет, кто залетал. Не забывайте лайки ставить, ребят. 100 лайков. Первый матч, кто пропустил, мы проиграли Миннесоте 7-5. Алик набрал 1 плюс 2.
Морген с Гудриком в паре. Но пора делать дела. Дай паста, что ты так долго думаешь-то, блядь? Как? Я руки вывернул, она опять... Блять, меня вот... меня начинает загораться от того, что вот, ну, он стоит, а я не могу попасть. Хорошо попал. Ну дай дальше-то. Скотчик, умничка. Кейну привет перед... Финты, да, блять, эти, сука, с Алиэкспресс. Ну что ты такой урод-то? Ну что ты вышел? Ты на BMW 7-ке приехал. Ну весь в говне. Весь в говне вышел, Морген. Ну, блять, вы паста будете вообще давать в этой жизни-то хоть что-нибудь? Андерсон. Андерсон, ребят, тащит. Здоровый такой варчик, как бы ему тяжело, тяжеленько будет. Пока печально, ребят. Чикаго максимально изнасиловали наше анальное отверстие в зонке. Но большинство, большинство для Сиэтла, и Морген выходит во второй бригаде большинства, я так понимаю. Да, на минутку чисто выскакивает. Давай, Донской. Ой, заходят, заходят. Некому, наверное, по зайчика. Да, хорошо. Джорданчик с пасиком. Еще одна двушка на Моргене. Нет, да. А вот это вот тут тоже интересно. Тоже... О, блядь! Я вообще это бросал просто, чтобы мальчик зафиксировал. Хорошо, хорошо. Просто бросил, блядь, в пузо. Донской, первый гол, блядь, в сезоне. Ты где был, родной? Ты что делал вообще? Он вообще так-то, типа, нормальный считается. Да. Так он и с нами в большинстве всегда играет. Ребят, чтобы вы понимали, идет второй, заканчивается второй месяц регулярного чемпионата. У нас человек только нападающий первый гол забил в сезоне. Вы понимаете? Человек в большинстве играет. Фарзан, здорово, ребят. Ребят, всем привет, кто залетел. Это я не понимаю, ну, куда ты мимо едешь? Ну что ты тут? Они такие тупые, я иногда вот просто понять не могу их. Хорошо, Морген 2-1, там, по-моему, кто-то бежит на краю. Да, хорошо, Эпплтон еще. Он тупо, он, блядь, вообще не видит ни хрена. Ну и 3-2 раз он, конечно. Вот он и не отдал, и сам не бросил. Да. Вот урод и Ли. Урод. Ли, уродли. Получается. Уродли. Уродли в натуре. Райан уродли. Опять большинство. Хорошо, хорошо. Еще же большинство. А да, чем мы успеем выйти еще-то на большинство? Да. Хорошо, 50 секунд. Время есть, Эпплтон. Блядь, как кошка-мышка падаешь. Ну и нахрена я это делал? Если ты верхом выкинул. Интересно, так я супер игру не прочитал, конечно. Ну отдай. Хорошо, заходи. Вот просто на паузе, на паузе. Куда-нибудь едь, сука, не мешайся только. Пасик на защика. Дальше поливает. Нормально. Нормально, нормально. Ну только детский бросочек, детский бросочек. Дал бы в противоходик, залетело бы, конечно. Ну, заберем. Кто-то дворик заработал, ты или этот. Ну я, скорее всего. Подожди. Алишер Моргенштерн. А я не бил никого. Я на клюшку поднажал. На поднять, видимо, клюшку. Кому-то ты поднял клюшку не тому. Типа, ну типа даже стик не трогал, понял, правый? Пиздярики. Причем опять вот эта борьба, они стоят вдвоем. Я, блядь, с одной стороны подъехал, понял? Че у вас тут, пацаны, че у вас тут? Подъехал. Она в другую перешла, я с другой подъезжаю. Че у вас тут, мужики, че у вас тут происходит? Пиздец. Страшное дело. Алексиак, Морген, полетели. Может, трансфер. Пацаны, вы все пишете про трансфер, но мы же объяснили в той серии. Или вы попой смотрите вместо глаз. Мы не можем, нету такой возможности каждую серию просить обмен, ребят. Мы либо вообще тогда в 10-е звено уйдем, потому что очки снимают. Нам надо прокачивать харизму, чтобы уйти в другой сезон, в другую команду. Да. И это, скорее всего, вопрос не этого сезона, пацаны. Но будет еще возможность. Мы, конечно же, попросим, если дадут такой шанс. Дадут такой шанс поговорить, ребят. Но пока что нету такой возможности просить. Нам уже один раз отказали, и то, что прошло две игры, и мы доказали, что лучше. Сиэтл от этого больше не захотел нас обменять, понимаете? Ландыскочек. Ой, ну вот чуть-чуть. Чуть-чуть подожди. Блядь, просто сучка. Паузу возьми, подержи. И вот Морген только из-за ворот начал выкатываться. Да. Вот эта сабленная война, вот это вот. Как они, блядь, вдвоем, сука, ослы, вы куда проезжают? Видели? Вот так лбом столкнулись просто, и все. Я не прошу в каждой серии, я просто предлагаю попозже. Попозже, естественно, брат, попозже, естественно, сделаем. Потому что самим интересно было бы увидеть, куда можно уйти, есть ли какая-то возможность. Может быть, все-таки проще в Сиэтле будет остаться. Все будет зависеть от выбора, да, ребят, команд, которые там есть. Да и нас вообще могут не спрашивать еще даже, куда обменивать. Ну да, кстати. Нас могут просто обменять, пацаны, и все, обменять в какую-нибудь Аризону. Ну что, ребят, первая половина первого периода прошла. Вроде бы 0-1. Сиэтл ведет. Хорошо. Да. Пока все хорошо складывается, Кейн там на поле. Алик опять очучка. Как я вот опять у Кейна не убивал. О, я причем иду тыкать, она мне сквозь коньки и сквозь клюшки. Сквозь всю мою жизнь, блядь, прошла. Ну посмотри в краешек, Крайчику-то подкинь. Хера себе, ландыскочек-то рамка. Дальше просто по бортику беги, там ты есть, там нет. Гудрик, блядь. Как мы вдвоем опять. Ну вот как, я вот это не понимаю, как я должен здесь выиграть борьбу.
Все, не бегаю, короче, ну, давайте, хавайте сами там. Дай скотчик, ну ткни. Вот ты на них смотришь, они тупые. Они просто тупые. Ну ничего ты с этим не сделаешь, блядь. Вот у него стоит защитник перед носом, игроков нету, он прижимает. Да. Судья за такое в реальной жизни двушки дает. Вот так просто разъезжает спокойно, только свистеть успевает с двушки. За такие дела. Потому что это, ребят, задержка игры. Проебал. Окей, можешь мне каждый раз так говорить? Посмотри еще. Так работает? Во, пойдет, передачку посмотрел. Ну, сейчас. Четверо в округе. Куда ты через жопу-то даешь? Ты дебил вообще? Я вперед, блядь, иду, через жопу назад. Может, он как-то закрутить так хотел? Не знаю, как он так. Ой, закрутить хорошо. Хотел. Сразу смотри. Поливай. Попади, блядь, в рамку блядь. Попади просто и все. Морген. Пиздец, просто разложился, пацаны. А Марк был хороший, сука. Он дискочек-то оттянись, да, от своего игрочка и просто в пустые даст. Да, ну вот и мне с неудобно было не валик бросать. Вот надо было надеяться на то, что он все-таки продавит. Поехали, еще есть сил. Еле как просто, еле как. Заходи. Смотри. Вот подсунул, сука, тогда, когда я уже в кучу заехал. Я вот так сейчас. Оп. Оп. И поехали. Оп, подождал чуть-чуть. Поехали. Беги. Сука, ты тупой, что ли? Ты, блядь, самолет. Куда он поехал-то? Ёб твою мать, бежит по борту. Я только пас даю. Он бежит по борту и... Просто свернул, пацаны. У меня, говорит, другой рейс, братан. Я в этой команде чисто не для шайбы. Я здесь существую просто кататься. Блин, про бросик еще обидно будет, то, что на Моргена запишут. Да, ну как, я бежал под... Может быть, подожди, еще есть шанс? Ну-ка, дай. Да. Понятно. Просто, просто, блядь, принять простую шайбу не можем. Сменка. Кстати, у нас опять вонючек в рамке. Да, вонючек что, уже вторую игру подряд играет, да? Да, ребят, вонючек уже играет вторую игру подряд, и это удивительно, потому что обычно как бы у нас основной варчик это Дригер. Может быть, он где-то получил травму, растяжение, ребят. Писюна, и мы этого не заметили. Да блин, Кэт, куда выдают так вылазить? Ну, у меня, если честно, уже голова болит просто. Вкинься, братан. Герман, ты дело обозалишь в натуре. По сути. По сути, мылишь, понял? Хорошо. Хорошо, нормальные пацаны, VIP-места, видите? Люди просто на стульях, блядь, сидят, на раскладных, чисто на этих, кемпинговые. Ну, в Америке кемпинг же называется. Кемпинг. Так-то, кемпинг, блядь. И игра самая вторая по популярности, как она там называется? Крикет, да, блядь. Пацаны, вы знали, что вторая игра в мире по популярности — это крикет? Я в ахуе был, когда узнал. Типа, что это такое? Ну, это, наверное, в 18 веке. Да, ну, хорошо, он упал. Пацаны, да. Первый силой этого, блядь, Мирона, хотел сказать, Моргена. Ну, опасно. Кейн. Кейн так нормально. Толкни. Кейн так-то нормально, такая тумбочка-то несется. Вообще похуй, он, да сколько, пацаны, у него визор, блядь, вот так опущен. У него еще он затонирован с другой стороны, поняли? Двойной китайской пленкой, блядь, на пятак. Что он вообще ему, он ничего не видит. Арена полностью освещена, пацаны, он только силуэты видит. Поэтому вот так человек и играет. Ну, Андерсон, ну что там вообще? Как у тебя дела-то? Что ты там хуйню впустил? Чувствуешь себя хорошо, пацаны? Видно по глазкам варщика, что он психологически херово чувствует. Здорово, ребят, всем привет, кто залетел. Ребят, Лукаса не забывайте прожимать максимально, просто не забывайте. У нас опять, блядь, нападающий чужой выезжает на пятак бесплатно. Ландескочек. Ну ёб твою мать. Поборолся, выиграл. Морген. Ой, бы как сейчас завернул-то здесь, по возможности, хорошо. Нет, хорошо, не стал нажимать, пасик. Вон он один стоял там, ну ладно. Да ебать, ну ты клюшку на льду держи. Да ему похуй, она у него к голове привязана. Она у него к голове привязана, понял, он так вот так ездит. Ой. Ой, хорошо, ну тут, блядь, ну он успеет. Успеет. Ой, подожди, стоять! Сню. А, ну, я бы бросил, конечно, все-таки. Я тоже думал, что-нибудь досунул бы в любом случае, пацаны. Все, я вкидочку оформил, пацаны, чуть-чуть подождал. Пора что-то попробовать. Моя вторая смена, получается, в этом периоде, или третья уже? Наверное, третья. Третья, наверное, да. Наверное, третья. 0-1 также все сохраняется. Хёрнквист здесь играет какого-то хера. Задоров в Чикаго уже. Задоров так в Чикаго? Ну, Чикаго сейчас? А, не в Калгари? В Калгари уже. Он играл в Чикаго. Ну, играл в Чикаго, да, сезон. Андерсон, все, держи спокойненько. Куда ты? Ну, я бы тебя набил, ебало, но 5 минут не хочу получать, братан. Поэтому давай просто разъедемся. И спокойненько, я сейчас забью. Соткать-ка, надеюсь. Ну, сука, в защиту еще стоят все. Угу. Ты посмотри, какие прикольные. Ну, Гудрик, как обычно. Как? Ну, вот здесь-то просто сунь клюшку, братан, и выбей у него. Дела хуевые. Вонючек. Вонючек молочек.
Пасик дай, все. Отдай шайбу. Сука. Ой, она у меня, оказывается. Ага, лосось. А, лосось, бросок! Хорошо. Вот я бы хоть раз. Я бы хоть раз в рамку попал. Вот если я вот в этом матче два раза опасно бросал. Угу. И все два раза мимо. Да. Может, пора точность качнуть какую-то там на тренировочке, остаться после льда, я не знаю, там чуть-чуть потыкать. Ну, вот я финт делал, конечно. Финт делал? Да, я делал финт. Я еще думаю, блядь, ну это вот вообще очень неожиданное решение. Пустые ворота, кто-то удалился. Дворик у нас. Кто-то удалился, ну давай, граунд у них еще так-то. Я не понял, ребят, мы что, против звездных составов играем, что ли, что? Против матча звезд? Ну не Морген же. Ну ты же никого не бил. Ну не бил. А, ну я не Гудрик. Гудрик, сука. Недисциплинированный, ну, нихрена. Грубиян такой. Вообще грубиян конкретный пацан. Ну двушечка вот она. Кстати, сейчас показывали, Чикаго 94% передач. Пацаны, гоу 5 матчей сыграть. И, братан, мы охренеем 5 матчей за стрим играть. Я уже сижу, понимаешь? Я постоянно же говорю, комментирую, братан. И как бы речевой аппарат-то садится чуть-чуть. Ему плохо становится. Ну, чуть-чуть паузе пока. Понаблюдали, пацаны, голик. Но арена Сиэтла готова, пацаны. Арена Сиэтла всегда готова радоваться голам команды. Особенно Алика. Ну, команде похуй на это, понимаете? Они даже об этом не задумываются, им не интересно. Только Алик разгружает. То, какую, да. То, какую игру не показывают. Вот здесь, вот постоянно на тоненького. Вот сколько уже, 13 серий постоянно на тоненького, и ни разу не повезло. Морген. Может быть, у него, знаешь, еще что? Тычок, короче, не прокачанный. Когда им тыкаешь, он хреново выбивает. По-моему, слабый, слабо. Как будто. Да-да-да, слабо. Как будто это... У него, блядь, не заточено. Кирка, Морген! Обычно. Хорошо! Сосать, пацаны, Андерсон, спать! Андерсона просто развалили. Андерсон, спать! Пацаны, Петюшечка. Да, аккуратненько. Нет, это Алика гол. Ты видел, как он всех продавил? Я причем думал, КГ, ты сильно близко, как будто я бы подъехал. И в последний момент Андерсон просто, пацаны, вот так язычком лед облизал. И только и сопроводил шайбу в ворота, пацаны. Голик, хорошо. 2-0 с Чикаго. Я надеюсь, что дальше так и пойдет, и никаких не будет повторяться сюжетов, как это было с Миннесотой. При счете 5-3. Броски охренительные у Моргена, конечно. Топовые. Пацаны, забыли. Вот это сиди. Морген, пасик, наверное. Мась, еще бы. Блять, ну посмотри передачку-то. Собака жадная. Так вот, он доскочек в натуре какой-то жадный, блядь, мышь какая-то, жаба в натуре. Что его душит? Я не знаю, он забивает голы. Он ездит с лидером. Когда мы, конечно, приходили в эту команду, Лондонскочек был с лидером. Угу. Потом он слился, и Морген стал как бы все, топовым игроком. Морген! Ручки. Ай, блядь, он съел со спины. Вставали, да. Он просто съел Гудрик. Ёпаный... Гудрик, ну ты что такая собака-то сыкливая? Он килограмм 40 как будто весит этот Гудрик. Человек проехал мимо него, даже не заметил. Кейну, не давайте, ложись под броски. Морген, как обычно, блядь, все здесь сейвит. Дальше поехали, Гудрик, не тупи, родной. Пойдет, брат, пойдет, нормально. Блядь, опять он доскочек кого-то прибивает. Рабочая сила, еще одного, блядь. Пацаны, вы это видели? Просто посмотрите, сколько, 1, 2, 4 удара подряд на одном борту, блядь. Я, кстати, в жизни кто-то из 4-0. Ох. Нормально, 2 голика подряд. Донской, кстати, в жизни кто-то из Питтсбурга так делал, типа, понял, за смену, да, вот так, да, вот от борта к борту катался, людей выносил. Сейчас только что Лондоскок, ребята, это повторил. Не, Лондоскочек вообще машина, конечно. Ну, конечно, ой, блядь, ну как вот это тоже. Кажется постоянно, что ну вот ты выбил, уже, да. Я читаю, я вот вижу. Ты выбил. Да ёб твою мать, Дум, ты дурак. Ты что, вообще дебил, что ли? Ты вообще конченый, что ли? Зачем ты это сделал? Просто принял и выбросил. Но. Нах. Вопрос. Ну, я уже заспойлерил ответ, когда сказал нах. Поэтому ответ вы знаете. Ну чё, старый опять на нас докопался. Сводка. Сохранять преимущество. Ребят, сводка это вот это не полицейская, это по игре. Алишер, мы контролируем ситуацию, не сбавляйте темп, ну и слишком не увлекайтесь. Не хватало еще ёптаные в рот, чтобы они не вернулись в игру. Звездный ответ, естественно. Братик, самое сейчас верное решение это валить еще один голик. Туда. И лишить соперника шансов, подавить их психологически, ребят, чтобы они сели на жопу и выиграть игру. В принципе, этим мое звено и собирается сделать, потому что за команду я отвечать не буду, потому что команда говно. Ну хотя бы 2 сейчас забили, ребят. Вот, чуть-чуть уже хотя бы их говно назову не уродами. Не, просто кое-что говорит, Алик, ну давай. Опять без клюшки поехал. Да, Алик говорит, давай 5-0 сделаем, чтобы вот эту песенку на трибунке включить. Мне кажется, понял. Какая боль. Гудрик, его шестерка, и пока
Каунтер разговаривает с тренером, Гудель держит клюшку Моргина. Начищает ее, понял? Полирует посох чисто. Поехали. Полирует посох. Да, он там нализывает ее, понял? Соус! Умничка, соус, братик, красавчик. Долбоебы. Именно вот после того, как мы с тренером поговорили, что сейчас забьем. Нормально, пацаны, нормально. Сами себе, блядь. В прямом смысле. Так это баржа пока разворачивается. Ой, блядь. Иди бей. Вот, вот это надо нам. Вот такой хоть. Вот она, вторая. Нет, хорошо, дай. Алик, как долго. Куда ты, стартует? Блядь, поехал, Гудрон? Натуре, ты тупой, что ли? Вот куда он поехал? Угу. Ты беги в атаку, я тебе пас там выжимаю, блядь. Всю кнопку уже продавил. Ну и нахрена я это делал опять? Все, иди, бей его, бей, бей. Вот иди, он, вот он, твой сладенький. Шо? Ай, Морген, что это такое? Его задели, он там попятился. 300 раз, заходи. Зо, хорошо, посмотри. Еще, на. Ой, хорошая. Нормально, нормально. Понятно? Понятно. Все Морген. Ясно, в принципе. Морген, в откатик, даху, дай, дай, дай. Как это он так вот прососался, я не понял. Я все, я есть. Хорошо. Нам атака, человек уровня НХЛ поехал меняться. Морген, блядь, ноги свои собери, а ну что ты там запинаешься-то? Коллега, о! Водоскок, дай! Беги, беги, родной, беги! Беги! Беги еще одна! Бросить, сука, не дали в последний момент, твари! Выбили, а. Да, я вот так уже руки вернул. И забыл что-то, как будто бы. 23 очка, ребят, 25 у Капризова уже какого-то хера. Как он там забивает, я ничего не пойму, надо было сломать в той игре, блядь, дать ему зубы выбить. А это не случилось. Не случилось, да. А стрим закончится сразу же, как только вы отыграете, или еще там булетик, или матч 1 на 1 катнете. Братан, мы устанем за 3 часа стрима, и поэтому мы закончим. Да. Ребят, я уже объяснял, это серия, это будет как серия. Я оставлю запись, ребят, добавлю в плейлист. Это считается как 13-я серия. Поэтому, ребят, это будет только карьера за Моргина, в принципе. Потому что сейчас идет запись, и потом люди, которые не были на стриме, будут смотреть этот видос. Ну, как видос получается. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. Как это сработает. Поэтому, пацаны, другие режимы мы сегодня играть не будем. Только карьера за Моргина, ребят. Максимально. Вы просили, мы ее делаем. Мы делаем карьеру, вы начинаете спрашивать, будет ли еще что-нибудь. На следующем стриме, ребят, обязательно поиграем 1 на 1 против. Соберем также компанию 4 на 4, либо 3 на 3. Не, братан, просто может показаться то, что я как бы, ну, немножко с претензией. Но просто я не первый раз объясняю. И это иногда, ну, заебывает. Заебывает постоянно одно и то же говорить. Но я понимаю, что ты только зашел, там не услышал и так далее. Все окей, короче, ребят. 27-е в лиге, ну это вообще, ну куда, ну как? Ну потому что пора выигрывать. Именно да. Вот с этого матча пора начинать побеждать. 23-9, нихера себе мы их перебили. По ударам неплохо, конечно. Все это выглядит, Морген. Моментально хавают. Вот он, твой сладенький, иди бей. Тейвсу, ты уже зубы за сегодня выбил. Еще можно же попасть-то ему по челюшке-то, Морген. Ладно, сколько, пинай. Сука, пинай, говорю. Пни, сука, сыграй в футбол. Да блин, как. Ну, читала, что это едет. Просто принял, как баржа, ручки вывернул. Вот так ехал, 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 ехал. На, Ванечек, а сюрприз. Потому что ландескочек собака не выпнул ее на нас. На, Ванечек, сюрприз в девятку. Братан, потом в дуэр добавлю, после стрима. Ну, Гудрик. Проебал. Проебал. Вот. Я чуть-чуть ванга, оказывается. Ну вот он, твой сладенький. Хрена, они еще и подкидки начали давать. Ну это вот это вот в две шайбы, у нас как бы в 4 было преимущество шайбы, а сейчас теперь опять в 2. Да, ребят, ну все опять началось. Я говорю, это какой-то скрипт постоянный в игре. Мы начинаем здорово, потом вот сами себе забили. Начинаем за здравие. Кончаем за упокой. Да блин, как там что-то разошелся, 3 броска подряд просто. Урод, что ли? Ты что делаешь? Иди успокойся. Только от Славки как дай ему. Просто моему Славке локоток выстави. Морген, все здесь. Морген здесь, с пацанами. Может, с мужичками? Поехали. Смотри, пасик, сука, посмотри. Ручки вывернул. Понятно. На корпусе. Да сука, ну как он у меня спиной-то так бьет? Ткни ты заду... Пасик. Он доскочек. Хороший плевочек-то. Нормальный, человеческий. Блядь. Ну как он... Дай. Ну что... Что происходит? Вот как я не сунул сейчас на дальнюю-то, а? Опять он меня чуть-чуть задел каким-то хреном и выбил у меня шайбу. Морген, блять, твою мать. Что-то сделай в этой жизни. Нормально. Гудрик, беги, блядь, Гудрик, заходи, просто бросай. Там. Так пиздец, я бы еще там пытаюсь что-то как-то прососаться. Понятно. Сменка. Понятно, сменка, пацаны. Ой, Алишерка, надо.
Самое главное не пропускать. Это да. Да и забивать хотелось бы. Это тоже. Тоевс, Таевс, Мёрфи. Мёрфи, пацаны, это не актер, это хоккеист. Кейн, ёптать, уже оттянул. Ой! Вот здесь бы ты как ему залетел бы в душу, конечно. Я его просто попал. Бы в рай попал. О, сразу. Крису там раз сунул потихонечку и поехал. Ну вот защитнички наши тоже понимают, когда Кейн вот так шайбочку отводит. Ну нахуй. Не надо. Нырять не надо. Нырять не надо, пацаны, потому что там может быть... И все, как бы, и уже телевизор сзади смотрим, пацаны, фамилии. Можно нырнуть и не вынырнуть. Да, уже и две восьмерки на спине читаем. Морген. Хорошо. Ландескотчик что придумает? Нихуя не придумает Гарри Поттер этот со своей волшебной палочкой, потому что он тупой. Магические свойства он не обладает никаким. Ёпта, блядь, ёпта мать. Почему он принимает, тупит, блядь, смотрит, ждет. Мы играем в НХЛ. Щиточек надо было бросать. Он понял, он сначала бежал, потом начал под себя убирать, и он так уехал с траектории. По центру ехал-то. Сначала он прямо на ворота шел четко, прям вот как вот он первый был бы, понял? Вот на щиток всегда, наверное, надо бросать, как ты видишь, что вот будет первый на ворота, просто на ворота первый. Тогда прям сразу туда отправляешь, и вот, ну, что-то интересное может получиться. Кейн опять что-то рассказывает, я даже не успеваю комментировать его движение, вонечек. Отдавай, да, вот это не надо там тут прижимать. Блять, он бы скок. Пацаны, мы опять переходим в тот хоккей, когда надо терпеть и не обосраться, понимаете? Потому что опять команда съела ложку говна. Как только мы пообещали, сразу такое дело происходит. Какой матч, ребят? Второй матч в этой серии. Поэтому первый матч мы проиграли Миннесоте 7-5, когда вели 5-3 после второго. Поэтому, блядь, я не знаю. Здесь может быть точно такой же сценарий. Побрасываем 11-23. Сиэтл обосранный, конечно, но по счету ведем. Это радует. Джордана. Игнорирует всех, ему похрен, может быть сам заб... Ну конечно нет. Ну блять, ну это вообще безнадега, зайти вот так пальнуть, блять. Да это не пальнуть, это просто плюнуть. Это вот так, да. В сторону ворот чисто. Сейчас выбрасывание просто съем, опять обороняться. Андерсону в ловушку просто плюнуть, статистику мы отбитых поднять, братан. Они просто играли, наверное, где-то в одной команде на сборах были, блять. Вот они друг другу помогают. Куда ты побежал, блять? Что ты делаешь? Вообще ты знаешь, что такое атака, братан? Морген бы хоть раз в ворота попал уже, а? Слушай. Ни разу в ворота еще не попал. Да. Все опасные позиции, ты когда его выводишь, ты просто бросаешь. Я не знаю, блядь, стик по центру можешь держать вообще, чтобы просто хотя бы в ворота попадал. Алексик. Он у меня ассоциация Алексика с оленем каким-то, понял? С таким рогатым. Ну реально он тупой. Морген по бортикам катается. Вот передачка под Гудрика в центре, вот неплохая могла быть. Вот такой. Ну, Гудрику и так доставили хорошо. Ну то там так вот, ну, ему мог прям под ванчаймер скинуть. Он прям ванчаймер бы делал хороший. Гудрик борется. Двушку не получи, сука, тупой. Как? Сменка, ребят. 4 минуты до конца осталось. Там пересменка, нам едет атака. У нас там 2 человека меняется. Кто-то ничего выходит, страшного. Кто-то заходит. Безбилетники третья какие-то. Игра, да, третья игра точно будет. Посмотрим еще по времени насчет четвертой. Да, пацаны, насчет четвертой еще посмотрим. Но я надеюсь, то, что мы еще успеем четвертую игру сыграть с Вашингтоном, ребят. Ну, следующая игра. Ну, как надо вот это тело так? Попробовать. Да, вот тело вообще в последнее время не вариант. Да и бывшее время, да и настоящее. Ой, хорошо. Ой, родной, хорошо. Можно блять. Нахрена я это делаю-то, а, тогда? Почему я в этой игре есть тычок, если он не вытыкает? Кирби, да, куда ж ты? Дай сюда, тупой. Блядь, чуть не забил сам себе. Морген, скорость. Нормально. Морген, ножки. Морген, ножки. Морген, ножки. Морген, ножки. Морген, ножки. Не принял. Урод. Он доскочек. Борьбу сделай. Сука. Базовый самбизы же. Сделай борьбу. У меня ощущение, что у меня клюшка просто, я не знаю, 3 сантиметра. Постоянно я не... Блять. Ну я просил пас случайно нажал. Маргиношки. Маргиношки, пацаны, в натуре. Маргиношки. Маргиношки, маргиношки. Пацаны, ну пот. Мы ведем 2-4. Ну вы понимаете, если мы пропускаем сейчас, это 100% камбэк будет. Это по-любому будет возвращение. Ну, да ты, сука, дай. Меняйся. Такой тупой в натуре. Вот я бегу, он еще не встает на линию передачи. Он еще не мешает передаче. Можно пройти нормально. Сразу дай, блядь. Я вот прошу ему похуй. Он пока подумает, пока загрузит, вспомнит. Поняли, чему его учил тренер. Как ему мама говорила, ты будешь хорошим, ты будешь, блядь, лучшим, там что-то. Короче, вот эти пацаны, как в фильмах, мотивационные речи. Пока он-то вспомнил, проанализировал, понял, что он с шайбой сует какую-то херню. Я не знаю, ребят. Болельщики Сиэтла, конечно, рады тому, что команда их ведет, но они тоже иногда бывают немножечко в охуях.
от всего того, что происходит. Гудрик. Понятно. Ты, блин, как... Нормально убегает. Еще даже клюшку убирает в другую сторону. Тейс пытается обострять атаку. У Джордана готов к таким возможностям. Хэмилтон будет перевод. Центр Деблинка. Ванечек, держись. Спокойно. Спокойно. Куда что на пятачки, конечно, спину ему залетай. На каком месте команда, братан? 27-е, по-моему. Блять, зачем заспойлерил, я хотел. Ну ладно. Считай, что я это не говорил, ай. Я чат хотел подвести к этому, сука. Выиграно в брасывание, ребят. 24-15. Понятно. Просто все прососано. Максимально. На эту нажимай, не забывай, да, что там происходит. А то мы смотрим, как он там катается. В большинстве. Хотя бы нормально заработали большинство. Ну и надо забивать, ребят, потому что сейчас делаем 5-2. И, скорее всего, камбэка не будет уже. Это 1000000% при 5-2. А 4-2. А 4-2 это всегда опасно, потому что это не одну забивают, и потом под конец могут что-нибудь сунуть. Хорошо, блять, да забивают такие ситуации-то. Хорошо. Но тут времени, минуту надо было, чтобы понять, все придумать, блядь. Понять, из чего ты сделан, какие твои лучшие качества, блядь, поработать над катанием, пока туда ехал бросать. Купить себе личного тренера, диетолога, клюшка. А, она не сломалась, бросок. Это я специально на подставку бросал. Не, я понял, но бросок был, конечно, очень слабый, даже на подставку. Как будто ты пас нажал, понял? Просто так, низом. Морген, Моргеножки. Моргеножки. А-а-а! Понятно, ебать, блядь. Это передача, конечно. Еще и в ноль сейчас убежит. Нет, нет, все хорошо. Успею догнать. Конали успевает здесь. Ох. Ебать. Ох. Ебать. Блять, ребят, мы в большинстве. Нам чуть ребята... Я только вернулся, и под меня человек подкатился. Нам ребята из четвертого звена Чикаго чуть не насовали. Хорошо. Блядь, ну как же вот тут. Поливай. Да бей! Блядь. Что, собака? В касание надо бросать, он принимает, потом какие-то броски придумывает. Ну что нахрена это надо-то? Пацаны, уже 125 лайков. Я вам что скажу, это получается... Почти половина, ребят. 150, если мы за стрим наберем, вы вообще без базара наберете 300. Это по-любому. Как бы надо немножко лайков оставить, ребят, под запись, в любом случае. Ну и не забывать ставить их прямо на стриме, тех, кто сидит. Ой, ну неплохо, конечно, неплохо. Были, конечно, и у них моменты. Но в целом неплохо повозили. Полисменка? Да. Ну, конечно, вот эти бесполезные удары за матч 28 на 14 лучше бы по вбрасываниям вели. Потому что прямо зеркально такая же ситуация по вбрасываниям. Мы все там всасываем, что только можем. Ну, неплохо. Избавиться бы куда-нибудь. Дай вот так. На синюю поливай! Бросать будем? Нормально. Морген. Душка? Варчика. А, забыл. у них. А, окей. Мне показалось, что я Варчика я задел. Я тоже подумал. Думаю, ну сука, да как так-то? Ну как не везет? Дыхан, иди отдыхай. Чисто отдыхай, фамилия, пацаны. Морген красавчик, пацаны, естественно, конечно. Все лайки быстро поставили речи. Просто по жести, пацаны, с лоу-кика прописали лайк этому стриму. Максимально. Душечку с апперкотом, пацаны. Это значит подписка, лайк и колокольчик. Поливай. Ну нахуя ты это делаешь-то? Зачем ты такие передачи? Ты что, тупой? Блять! Ну как обычно, ну вот просто на грани какого-то вытык... Давай не схаваем, пожалуйста, еще. Не, понял, это у меня же получилось в этой игре вот это, когда я в ноль убежал. Ну-ка, почему мы последний-то еще бежим? Продавил, просунул, и вот все, но... это сейчас надолго. Блять. Пацаны, борьба это какая-то Ну ты зачем от него-то бежишь, ты что такая ебанина-то? Это Эплтон. Ну просто тот банина, этот ебанина. Ой! Пиздец! Ни хрена Моргена вынесли, пацаны. Как у него ноги взлетели, стоять. Срочно повтор, пацаны. Срочно повтор, просто страшнейшим образом. Вот тут Морген. Ну тут, конечно, как времени, конечно, не хватило. Так, вот назад. Вот тут, пацаны, как он, конечно, отдал передачу. Окей, молочек. Вот я сразу жму бросок касания. Он что-то бросил. Опять, блядь, в клюшку еще каким-то чудом попал. Да. И человек просто. Задоров, да? Задоров, да, Задоров. Ну понятно, почему пацаны в ноги взлетели у этого человека. И Задоров просто банч. Ты посмотри, у него ноги не то что взлетели, понял? Он его как будто бы... Ну. Он его, нет, он его как будто бы сразу в лед вбил, понял? Просто туда его сразу банч. И, ребят, я не знаю Моргену, я не знаю... Все испытал, все, что только мог копни. Ладно.
Бля, брось не в клюшку, и опасно было бы, конечно. Да, брось не в клюшку, был бы неплохой бросок. Ну, я, блядь, целился в ближний угол, а там Варчик сидел. Ну да. Поэтому, я думаю, было бы не опасно. Ну давай, брат, ты хотя бы браться не выиграешь. Угу. Угу. Да ёпта. Сунь клюшку. Дай за рамку. Дай за рамку. Хорошо. Дай. Да брось, забей. Блядь, ну как это получается? Стой. Блядь. На бойс неудобно сразу сувать, ручки не уворачивать. Вы забрали, забрали у Джонса, забрали, 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 поехали, беги. Заходи в зону. Хорошо. Хорошо. Поливать, дай, 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 дай. Да дай просто на дальнюю. О! Товарищ судья, блядь, сейчас звонить поедет, ну 100% отмена. Да. Гола не будет. Бояра пробовал снюс Рик Морти? Не, видел, не пробовал. Ну тут, ну хотя, что, не воротарской. Варчика он не бил. Ну он до этого его ударил, видишь. Да нет. Как обычно. Как обычно, понятно. Тут судья, вот он вообще не рассматривает никаких. А, Алику штраф дали еще, малый. Так мы на пятаке, я же не на пятаке стоял. 4-3, понятно? Понятно, вот это то же самое, то, о чем я и говорил, ребят. Схавали, и теперь 4-3, и сейчас, блядь, еще какую-нибудь хрень плюнут, и будет 4-4. Потом еще под конец непонятно, что случится. Я не знаю, как такие игры выигрывать и доводить до конца. Гудрик, заходи. Ну там были опасные моменты, просто супер опасные моменты. Ну ту подкидку, конечно, через спину я наугад давал. Угу. Потому что, возможно, там я кто-то понимаю. Должен быть, блядь. И получилась неплохая комбинация. Морген. Морген. Морген, родной. Ай! Ну там в мясе вообще. Заберите, пожалуйста. Ну просто вот. Всегда не хватает еще одного человека на помощь. Просто вот еще одного того, кто просто. Да, что так скидываешь-то. Я вот меня маленько смущает, когда там черный экран висит, поэтому надо лучше включить просто. Блять, Моргену опять колено оторвали. Ну ближе, 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 ребятишки, ближе. Хорошо, хорошо. Морген, нормально, а улиточка. Как бы не разложиться-то в таких ситуациях опять. Как бы выжить. Морген на подборе вылазит, вылазит, иди. Ты посмотри, его просто раздевают. Его просто убивают, да. Пацаны, Морген как тряпка, им, блядь, весь лед уже протерли. Ну, командная игра сразу легла. Но большинство заработал. Да. Морген, Морген, вот у Моргена есть плюсы, пацаны, что он тряпка, он когда падает очень сильно, судья сразу такой, опа, возможно. Пиздец. Так мы же в большинстве. Эй, чё? А похуй, да, мы в меньшинстве пропускаем. В большинстве. В большинстве, да. Ребят, да, это... Пацаны, ну вот как вот это фиксить? Ребят, вот реально, вот как играть, как выигрывать, когда вот в меньшинстве ребята пропускают? В большинстве опять, точнее. В меньшинстве нам забивают. Ну как, блядь? Как играть в это? Мы вели 4-0, блядь, опять. Мы вели 4-0. 4 ебаных 0. Ну как? Ну почему? Ну, блядь, ну тут он... Это 0 комментарий. Ну при... Ну при... Клюшки-то отсуньте втроем, блядь, тут стоите. Вы серьезно, что ли? Дай. Дай еще-то, дай. Ты тупой, что ли? Блядь, пень, саны. Пень, собака, дай. Дай. Блять, такой урод, ну что ты вообще делаешь-то? Дай! Дай, коник, кто-нибудь! Сука, дай сюда. Дай вот так хотя бы просто, все, крепи. Ёб твою мать, какие тупые партнеры, а? Пррррр. Пацаны, ну как играть? Посмотрите, что происходит с партнерами. Вот как они, вот как мы должны забивать? Ребят, в чатике ссылки на чат, ребят, на инстаграмчик Суворчика, на мой инстаграмчик. Ребят, обязательно залетайте, не забывайте. Ну и чат, конечно же, там, ребят, уже 89 человек, так-то, вообще-то, на минуточку. Тем временем, мы уже играем в равных составах. Как забивать гол? Блять, ландыскочек, ну ты лапту-то свою подставь под нее. Да просто бы, наверное, уже бросал. Тут, блять, мы, они в клюшку-то принять не могут, так как ты на подставку отдаешь. Ну может он как-нибудь колотнется. Ну возможно, рисковать надо иногда. Да блин, ни хрена, что он, блядь, едет, рисует, они просто как фишки, вот эти конусы, конусы дорожные, в натуре их в оранжевый покрасить, блядь, один в один будет. Морген, на корпусе, под синюю. Да вы чё? Ну ты поближе не подал, ты, походу, вот отдавал тому, и она как обычно вот так вот проходит. Чё, начнём атаку? Нажми на это, что там происходит? Лекси, понятно, блядь, думает, куда еще, думает, можешь вернуться, к чужому подъехать, потерять шайбу. Он доскочек ножками, нормально на паузе с тормозом убрал. За ворота, Морген, влазит. Ну тут, ай, конечно, тут вообще миварик. Меняй. С Новым годом, братцы. Павел Григорьев, Паша Григорьев. Знакомый что-то человек, где такого видели? Пашка, блядь, пахан.
Натуре. С Новым годом. Happy New Year, братан. 136 лайков. Ребят, кто залетел на стрим, тем более, Паша. Павел Григорьев, надо лайк поставить. Да, лайк ставили. Под стримом подставить, ребят. 4-4 тем временем. 4-0 вели. 7 минут до конца. Да реально, вот как такие матчи играть, когда ты ведешь 4-0, так же, как с, блядь, с Миннесотой. Ты ведешь 4-0, вот я и говорю, и сейчас по-любому они встанут и начнут, да. Начнется вот это сравнение счетов. Кот поехал, то там что, ворота чужие, что это было? Морген, давай с раската, ребят, не тупим, не тупим, не тупим. Хуя мне отдает, конечно. Вот он еще, вот он если отдает... Ну как вот это перехватывается? Ну как просто? Ну я максимально прочитал. Ну вот хоть раз-то в клюшечку, хотя бы в краечек-то попади, что-то придумай. Да просто сетал по составу. Да тут не по составу, понимаешь? Тут боты тупят. Так и будет в другой команде, понимаешь? Так в другой команде то же самое будет. Они же играют нормально сначала. Мы 4-0 вели. Все играется, все нормально. Потом они начинают вставать. Ну съешь что? Вот это очень плохо. Блять. Потому что он ехал, ехал и решил вот так уехать, блядь. А я как ткнул последний раз и попал ему в ноги. Да это, пацаны, это ушла. Похуй на эту командную игру, а не уроды. Какая команда? Тут забивать надо, вытаскивать, что-то делать вообще. Похуй нас, блядь, опять во второе переведут, мы что делать-то будем? Во второе нас не скоро переведут, а надо до хрена матчи сыграть таким образом. Морген на выскочке, на выскочке. Хотя бы так, хотя бы клюшкой поработал. Ну посмотри. Дальше, в край. Заходи, дай в центр. Ой! Очень опасная. Блять, ну вот, все, что-нибудь придумай. Поливай. Да поливай ты. Сука, тупой соус, что ты делаешь? Ты уже одну себе привез сегодня, блять, еще одну везешь. Телега ты, блять, такая. Пиздец, и встал, и просто они встали. Хэмин. Ты посмотри, ебля, он, ну если бы сейчас бросил гол. Да. Посмотри, тупое это существо, скинь еще. Блять, он скинул, когда его прибили когда только. Когда его убили. Хрена, он уходит. Я прям бей. В пасик начали играть. Да, ты посмотрите, пацаны, как Чикаго начали резко в пас на свора. Я вообще потерялся, где? Вот он я на пикаке. Блять, 4-4. Ну это пахнет овертайм. По-моему, еще не было овертайма, кстати. Я не помню. Я не видел ни разу. По-моему, ребят, еще за 13 серий ни разу не было овертаймов, и тем более булитов. Но булиты мы, по-моему, там пятые бьем. И это не факт, что мы еще выйдем. Да. А по меньшинству, ой, а по 3 на 3, по УТ, да, чё мы? В первом? В первом? Сладко, блин, сладко, ну ребят. С Гудиком, лучше бы с Ландескочком, конечно. Ну нужен центральный тоже в таких ситуациях, блин, поэтому, ребят. Блин, вообще и Тейв со Скейном. Овертайм, ребят, Тейв с Скейном против нас, а мы тут с Гурдиком обосранные вышли, что-то не знаем, что делать. Прижмите его, иди вот подноси, не поближе, лучше страхуешь, уже зону закрыть, если что, да. Все, и на возврате, если что, успеваем. Ни хрена себе Кейнушка-то чешет, пацаны. Нормально. Гудрик, ты тупой. Блин, Гудрик, ты такое чудище, конечно. Он реально, вот пацаны, вот реально, вот мы играем, вот и мне кажется, вы тоже через экран испытываете такие эмоции, вот когда вот, вот Гудрик вот так тупит, охота ему просто подойти и въебать. И просто, буцкнуть, да. Потому что он какой-то вот, ну, очень тупой, пацаны. Вот просто вот урод какой-то непонятный. Ну что это такое? Ёпт. Откуда тут синий поливает, блядь? Ёпт такая... Морген, встань, пожалуйста. Не надо травм. Хорошо, пошли на всех ходах, на поездных скоростях. Кейнушка близко уже к тебе. Тут просто по тормозам, наверное, надо было бить. Кейнушка уже метился на силовой, на нормальный. Хэмилтон. Блядь, тут вообще все броски опасные, да. От Чикаго. Они все, что не бросают, это все опасно всегда. И это очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое, пацаны. Если мы не знали, что это такое, Кейн. Тихо. Надо выйти из зоны, и нужна пересменка. Ай-а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 й. Хорошо, что он сам не пошел. Итак, возьмите, выбей. Просто Морген, блядь. Морген, блядь. Морген ножка в натуре. Ты че, дебил? Не попросил, потому что. Я тебе говорю, я вообще, я даже не надеюсь никогда на них. Я всегда уже могу пас просить. Потому что, ну как вот он так может не отдать? Это, типа, 1000000% должна быть передача. Хорошо, поливай. Ну, по ногам, блядь, все как обычно. В ножки, херошки. На чем играете? PS4? Борзала X-Factor? Да, по-моему, есть. Или нет? Не помню, пацаны. Борзала есть, если честно, по-моему, есть какой-то. Должен быть. Потому что он... Ой! Ноги Гудрика сейчас спасают. Блядь, мы 2 минуты уже играем, поменяться не можем. Причем это вот максимально устал. Вообще ничего не прожимаю лучше. Просто брось... Пузо. Все, меняйся. Встанет. Да встанет. Встает. Ну, блядь, 2 в 3, то что такая ситуация? Пиздец. Нет. Нет, держи.
Хорошо, наконец-то. Главное, на сменку успел заехать. Наконец-то хоть какая-то небольшая пересменка. Тоже за МММ, понятно. А, ну конец овертайма, все, в принципе. Буллиты, пацаны. Только один буллит нам предоставится, возможность если пробить. Если предоставится еще. Да, ребят, буллиты первый раз я вижу. И это на самом деле интересно. Мы, кстати, по-моему, в молодежке у нас были буллиты. Я не помню в молодежке. Я вообще не помню, чтобы мы играли овертайм, в принципе. А буллиты тем более не помню. Ощущение, что это первый раз будет. Ну, может быть, может быть. Ну, ребят, если сейчас Морген, мы хотя бы, если там третий какой-то выходит, и будет это буллит решающий, то можно хорошо набрать очко, ребят. Ну, смотрим, смотрим, болеем, вот так стоим все, вот так, да, чисто да, на лавочке да, стоим. Кейн пошел бить буллитик. Пиздец. Такие... как он нарисовал. Чисто откисли такие, понял, на лавке. Ну, просто. Куда он попал-то? По-моему, в подмышку. Он просто бежал прямо. Ну, ребят, буллит Кейна начал рисовать, поднял гол, как бы здесь все нормально. Поехали дальше. Кто нам бьет? Эберли. С одним голом в сезоне. Понятно, блядь. Ну, тренер, как ты его выпускаешь? У него один гол в сезоне, ты его на буллит выпускаешь. Что он там на тренировке что-то рисует или что? Да блин, это еще опаснее, блядь. Хорошо, Ванечек, по бортику. Видел еще? Вот так с ловушки принял и клюшкой выбил чуть-чуть. Ландыскочек, ну давай. Ландыскочек, брат, давай, делай дела. Бля, мы бьем только пятый, по-моему, вообще. Твою мать. Так тут всего 3-3. Ну да, да, да. Если сейчас, смотри, они забивают. Все. Да, то все. 0-4, сука. Просто с 0-4. Тащи, тащи, Ванечек. Лучший. Морген должен выходить. Пожалуйста, выпускайте Моргена. Угу. Янрок, блять, из второго звена центральный. Пиздец. Сетл, поработаем над буллитами, а? На треньке. Такой ясно, я срать. Пацаны, но... комментариев никаких нету по этой ситуации, понимаете? Ноль каких-то комментариев, потому что, ну, это... 5-0. 4. 4-0. С 4-0, ребят, еще раз напоминаю, с 4-0. Мы после первого периода вели 4-0. Привет из Риги. Привет тебе тоже, брат. Ребят, всем привет, кто залетел. Ребят, не забывайте прожимать лукасы под стримом. Вот как мод, только максимальное количество лукасов собираем, ребят. Это вот мотивирует продолжать, понимаете? Ну и, конечно же, блядь, чё, будет намного чаще что-то выходить. Все хайлайты Моргена, это как он падал, блядь, как его убивали, как он выносил. Ну что тренер скажет? Ничего он не скажет. Скажет, блядь, как обычно, лохи, еще и что-нибудь понизит. Да. Естественно, минус 50 очковного звена. И что он говорит? Я хотел бы, чтобы вы сняли с нас давление. Дурак, блядь, что ли? Ну сходи в больничку. Позволить сопернику забить, вовсе не на это я рассчитывал. Ну, нас не ебет на что-то рассчитывал. Команда урода, и тут надо пора тренировочный процесс какой-то придумать. И на буллит Эберли больше не выпускать, братан. Человек свои забивает. Хотя бы с этого давай начнем, уберем там людей ненужных. Купим кого-нибудь на рыночке нормальных. Хотя бы и за Хелл кого-то потянем. Потому что пока что состав говно. Глубины нет состава. Обещание не выполнено. Им посрать нужно сперва выйти на ничью, а потом уже добиться лидерства. У них нет на это времени, братан. У меня тоже на это нет на это времени, уже семерка прогревается надо мной. Автозапуск из раздевалки ловит, поэтому не переживай. Все, давай, бесишь меня, блядь. Ура. Привет, Узуфы. Как-нибудь можете за Динамо Рига сыграть? Да, братан, как-нибудь сыграем. По возможности, когда будем делать, естественно, стрим по КХЛ, ребят. Да. Залетим. Привет из Магнитогорска. Ребят, всем привет. Не забывайте про Лукаса, ребят. Ну и как вам карьерка, тоже пишите. Уже 148 лайков. Ребят, 150 надо добить. Мы просто делаем половину. Я думаю, потом на записи 300 мы доделаем спокойненько, чтобы вышла новая серия. Сиэтл полное говно. Да это видишь, я же еще раз говорю, пацаны, это зависит не от того, что если мы играли бы в Тампе, было бы что-то по-другому. Вы видите сами, мы начинаем хорошо, команда играет, а потом, когда вот половина матча проходит, они резко встают, как будто это какой-то скрипт игровой. Ну, в большинстве мы закрепились, БРС, буллиты, а мы четвертый били. Ну, хотя бы немножко приблизились к третьему, что-то там
типа магическое что-то делает. Еще обидно то, что мы, блядь, очки отдаем командные-то. Плюс-минус один, в принципе, два очка мы набираем, один гол, одна голевая передача, время на льду 23 минуты. В принципе, ребят, Морген, как обычно, уходит с очками. Да, Кракенс — это команда, которая собрана из мусора. Ну, блядь, тоже мусор, братан, ты говоришь мусор, типа, люди в НХЛ играют, но даже в третьих звеньях. Беседа с Ландескоком. Опа, в костюмчик. Эй, братан, чё, догнал меня такой, понял? Мы тут собирались зайти в художественный музей. Братик, с нами не хочешь? И чё, у нас есть выбор. И с ребятами потусоваться, и на искусство посмотреть. Я за, блять, на искусство на какое-то смотреть. Хоть раз, вы сел, пацаны, вот вы играете в хоккей, хоть раз слышали, чтобы вас партнер позвал посмотреть в музей на искусство? Я понимаю, на тёлок посмотреть, там, я не знаю, там, попить пивка, там, посидеть, там, я не знаю, ну, хотя бы хоть что-то там в кинчик хотя бы, да, сходить, yeah. чтобы, ну, не брать какие-то супер развлекательные возможности, которые поднимают, ну, стамину командную, понимаете? Очарование еще есть. Ходить в художественный музей, так свой бред не усилишь. Ну, конечно, это бы я бы, вот, ну, хотя бы так ответить, но, ребят, команда есть команда, по команде будем двигаться. Я рад, что ты с нами, Алик. Если у тебя не будет других планов, увидимся там. А, мы бы не отказались перекусить, я не хочу ни за кого решать. Мне кажется, музей лучший вариант, скорее бы уже. Все, так, закончим, нормально. Симпатия команды плюс 75. Кстати, знаешь, на что вот это влияет, команда? На что? Что когда ты пас прочь, что-нибудь тебе отдают. Что не бывает, тебя игнорируют. Да? Да. Но я вот на телефоне в NBA играл, я оттуда это узнал. Че, ребят, следующий матч. Блять, ну у них статистика тоже, конечно, ну получше явно, чем у нас. Да. Ну Колорадо тоже, 18-й, Колорадо вообще 18-й, ребят. Ну, мне очень страшно встречаться с той командой, которая идет на первом месте. Хотя у Колорадо-то состав, дай бог, каждому. У нас пока что, пацаны, 14, у нас 16 матчей, 25 очков. Для новичка, пацаны, это просто соуси. Просто соуси, самый сладкий, вкусный, остренький соуси. Колорадо, что у них по составу? У них-то все хорошо по составу. Про карьеру надо играть за Лионеля Рональдо. Да, охуенная идея. За Мбаппе Месси. Мбаппе Месси. Поехали, пацаны. Сиэтл опять-таки дома. Мы можем, скорее всего, знаешь, как успеть? Просто тот матч сделать коротким и все. Ну да. Короче, типа. Так, пацаны, состав, в принципе, ну, все нормально, сохранился. Маккинен, Рантанин, Макар. Только Ландескочек у нас. Да, спиздили у Колорадо Ландескочка. Ну, он тот. Кстати, у Колорадо все с X-факторами. Ты посмотри, сколько у них игроков, да, с X-факторами-то. Да. У Колорадо очень приличный состав. Привет из Омска. Привет из Барнаула, братан. Привет, Омску. Кто на первом месте? Я, кстати, не смотрел. Вот надо будет после этого матча посмотреть. Ребят, напомните в чате. Очень интересно. Я чекну. Я чекну обязательно, если напомните, чтобы не забыть. Мне тоже интересно. Я сказал про это и что-то даже не подумал, кто там может быть на первом месте. Давай попробуем догадаться. Твои ставки. Да, ребят, давайте попробуем ставки сделать. И мне кажется, на первом месте Торонто какой-нибудь. Почему-то вот мне что-то... Или Эдмонтон. Не, Эдмонтон вряд ли, мы с ними играли. Мне кажется, или Тампа... Или Вегас может идти где-то вверху. Вегас вряд ли первый, потому что мы же играли с ними, там было бы видно, что они первые. Мне, ну, кажется, да, мне кажется, согласен. Мне кажется, кто-то вот с кем мы не играли на первом месте идет. Да мы много с кем не играли, точнее, по сути. Может, мне кажется, что-то канадское, либо Оттава, либо Торонто, потому что здесь как бы в любом случае, ну, это симуляция нереальная, поэтому, мне кажется, все шансы есть такой. Бураковский уже сразу заходит. Что-то на месте. Дриггер у нас в воротах. На месте. Дриггер наконец-то вернулся. Но, может быть, победы с этим придут. Да, но пока что не пахнет даже выходом. Маккинен, блядь, как вязать начал сразу жестко. Бля, Гордик, ты своими такими улиточками вообще всех в ступор ставишь. Заходи, вот, нормально, распасовочка получилась. Пасик за рамку. Хорошо. Блядь. Просил, отдал. Да. Даже так. Можно даже так, Гудрик. Поливайте от синий. Ну тут просто мясо. Ну играю, я вот сейчас играю, я чувствую, как насколько она быстрее против Колорадо. Ребята, они очень быстро носятся. Это очень быстро, ребята. Защитник, дай, центр. Просто пальни туда нормально, хотя бы. Нормально. Не, плотненькая такая получилась, я что скажу. У Макара выбил. Еще одно, да всех выбил. Он скотчет хорошо. Ох, блядь, ну Грубауэр. Я, конечно, не был готов. Грубауэр, пацаны, на месте. Вообще-то у нас должен быть Грубауэр, да, на воротах. Так-то. Калгари, Калгари, какое Калгари? Нет, пацаны, вы не понимаете. Здесь... Салгари. Здесь это компьютерное, понимаете? Здесь, да, типа, блядь,
У нас вообще в плей-офф КХЛ Трактор СКА обыграл, пацаны. Тут все, все может быть вообще. О, Алик-то стал бить, и люди стали падать. Я вот что стал замечать. Сколько лет в FIFA можно уже за карьеру играть, сборная в НХЛ нет? Мне кажется, добавят в следующий НХЛ. Ну, блядь. Ну это было бы топово, то что ты за сборную поехал, можно сыграть, тем более еще маечки добавили и так далее. Мне кажется, это до этого не было, потому что не было заключено ничего с ИХФ. И как... Потому что сборные были составлены просто из лучших игроков. Да, то есть сборные были составы как бы не супер оригинальные, просто и тех, кто играет в НХЛ, собрали по лучшему общему и распределили по звеньям, в принципе. Поэтому, скорее всего, и не было сборных. В FIFA-то всегда были сборные лицензионные, с майками как бы сборных, а в НХЛ такого не было. Поэтому мне кажется, если договор у них останется, опасно, договор у них останется, в принципе, я думаю, в следующей НХЛ-ке уже все должно появиться. Морген, погнали. Ёб твою мать, как она у него сходит, конечно, просто как распиздяйка какая-то. Приветик, Маргарита. Сыграйте за Сибиль на стриме КХЛ, братан, окей. Как-то калит, конечно, пиздец. Бля, я просто смену откатался, блядь. Ландескок был шайбы, в него пошли бить, он... Причем уже не первый раз так делает. Что его так идут, он понял, и чтобы... он убивает. Он понял, чуть-чуть ее отпустил. Да. Такой понял, ехал шайбы, такой, полежи чуть. Бам, нахуй, да, понял, да, сразу да, в душу. Да. Так, ну пацаны, что по матчу? Колорадо пока, ну... Да перекатывает нас Колорадо. Да, что симулятор? Хоть Сиэтл! Эберли, второй гол в сезоне, братан! Как дела? Как у тебя дела вообще? Ты себя хорошо чувствуешь? Не болеешь? Ничего, скидку дай. Ну ты урод, конечно. Ну ты урод. Морген, давай. Ой. Блять, опять просил. Нормально. Ага, нормально. Ему вообще... Ты зачем остановился? Ему вообще похрен на эту сюсь. Дай сюда. Но... Ну нахрена он ехал? Он должен был вперед ехать. Он принял, начал назад откатываться. Ребят, мы втроем, блять, на одном борту. Может быть, мы как-то что-то сделаем? Поехали. Саня Малышев, здорово. Здорово, ну, блядь. Ну зачем ты про... Он доскотчик, сразу смотри. Блядь, уперся защитника. Ёбаный соус, что ты делаешь? Ты вообще конченый, что ли? Найс, Дриггер. Дриггер вот просто два дня отдыхал. Точнее, две игры. И делает дела. У Моргена ставка на один гол, КФ-2. Ставку... Ставлю хату, давайте, пацаны. Давай, брат, донатиком ставь если хату. Если что, потом донатиком, да, переведешь. Давай. Ты состав Беларуси видел? Там тренер колено осталось. Братан, про Беларусь мы даже не говорим. Если даже у России не оригинальный состав, который, ну, типа, допустим, с прошлого чемпионата мира и так далее, типа, о какой Беларуси речь вообще идет в НХЛ? Также у казахов. Также у казахов, также и у остальных таких сборных, которые, ну... Непопулярные. Не сильные, короче, не топовые. Так скажем, не франшизы в хоккее. Он доскочек. Хорошо, Морген заходит. Ай. Ну, думаю, я пока вообще опасных моментов там никаких не видел. Вообще ничего прям. Ну давайте его схаваем, например. Не хотят ребята хавать. Кушать тоже не хотят. Ебать, сейчас передача прошла. Опаснейшая. Морген, нормально. Нормально! Нормально! Морген. На корпусе. Ну тут надо разворачиваться. Да, я тут уже прям совсем как это прям полез под поезд, понял? Такой. Ну что делать? Ну сдамся, пойду, типа. Ой! Он и сколько? Блять, штангу поливает. Причем он как-то бросает вот так как-то, как будто она в него сошла. И это очень странно. Такие броски видеть. Кто из этого тебе больше нравится? Ну, из оригинального, наверное, если состава говорить, то, наверное, только Грубауэр, Варчик. Блять. И то, мне кажется, в Колорадо у него было больше возможностей проявить себя, чем в Сиэтле. Потому что, блять. Пошли вы нахуй, этот Сиэтл. Я уже просто не вывожу это. Ну и так хорошо, с другой стороны. Мы пропустили первые. Как это можно вообще играть? Точнее, мы пропустили уже в первом периоде. То есть закусь, то есть нету каких-то отрывов. Ну да. А, окей, Эберли. Дубль. Эберли, я не понял, ты чё? Ты где был вообще? Пацаны, что-то Эберли что-то принял, походу. Он в прошлом матче забил первую, блядь, в сезоне. И сегодня делает дубль. Нихуя он на картины насмотрелся в музее. Помогает человеку. Ребят, всем привет, кто залетел.
Ну давай, ребят, второй период. Пора делать дела, пора что-то придумывать, пора как-то двигаться, развиваться. Поехали. Скинь. Блять, я почему? Почему он как-то с пингом среагировал? Потому что я Зоси за секунду до нажал пас. Понял? Ну попросить, запрос, да, понимаю. Запрос. Опа, ну Гудрика просто сплавил. Хорошо. Ты чё там, блядь, меня кто бьёт-то? Пожертвовал Гурдика маленько. Ну вот так вот. Блядь, просто вот она, блядь. Сосать Колорадо 3-1, хорошо. Да, Вандескотчику-то выдали опять. Вандескотчик 6-й гол в этом сезоне. Ну, конечно, за столько матчей, братан, для игрока первого звена я бы пошел пососал бы лучше лапу. Ну, Морген, и как вот он здесь от Кейл Макара отскочил, отлепился и сделался самбу. Ребят, ну Грубар тут ну, ничего сделать не мог, конечно. Не было у него никаких... Вандескотчик 6 голов, 2 из них ты отдал ему просто вообще на пустейшие. Да, да и до этого он по-любому забивался таких же передач точно. Да, вообще, вот как это выбивается? Вот я вижу, я тычу. Я не могу попасть. Маккинона выбил. Побежали. Заходи, просто вбрасывай. Вандескотчик, ну ты что-то совсем... Спасибо. Блять, я ему отдавал, по-моему, меня чуть задели, а паста сработал. Ты куда ты уезжаешь-то, ты дурак? Блять, я опять попросил у меня. Я понял. Вот я не понимаю, я попросил, мне передача идет, а как бы пас все равно засчитывается. Это очень странно. Вот, ты что, блять, началось-то? Я вообще не знал, куда ложиться, понял, под шайбу. Ну понятно. Ну выйди, выведи тихо. Я со своим. Я со своим, мне похер. Я же левый крайний. Ну, блядь, что-то хуёво не справляется без меня, конечно. Очень плохо. Поэтому встал на пятаке. Ты дурак, блядь! Я же не просил. Скидку сразу. Он просто без разбора пошел. Иди в очку. А-а-а, я с этой стороны. Лосось. Откидочка, он доскок. Где лавка-то? Все, сменка, пацаны. Чисто ушел за рамку и говорю, наебали дурака на 4 кулака. Ребят, в чатике скинул ссылочку, ребят, на инстаграмчике на наш. Обязательно подписывайтесь. Ну, конечно же, есть чат ВКонтакте, беседа, пацаны, залетайте, блядь. Гол пропустили. Брэндон Сад, ребят, ему 150 лет, он до сих пор голы забивает. Ну, это страшное дело. Ну, давай, Гуртик, ну, давай, пожалуйста, родной. Пошел ты, нахуй, говорит он мне. Форма, да, кстати, выпустили новые комплекты у Сиэтла, ребят, и они очень хорошие. Ну, блин. Фильм, связанный с хоккеем. Если не смотрел «Могучие утята», посмотри, старенький такой, но прикольный. Угу. Мне кажется, под новогоднюю тематику бы хорошо зашел. Если смотрел, то не знаю, какой еще хоккей. Да никаких нету хоккейных. Под конец стрима можно будет сделать. Да, ребят, кстати, если вы хотите, чтобы мы передали вам привет куда-нибудь там, я не знаю, в Ростов-на-Дону или там в команде какой-нибудь, ребят, подписывайтесь на инстаграмчик, так сказать, плата такая будет, чисто респектосная. Вы подписывайтесь на оба наши инстаграмчика, на Суворчика и на мой, и мы передаем привет. Королиль, да, фильм прикольный, я такой не помню. Просто вышел, что-то прокатался, что-то смотрю, как-то вообще ничего опасного такого не было. Да нихера не было. Не то, что опасного, просто нихера не было. 2-3, счет сохраняется. Половина второго периода уже позади, даже чуть больше. Хорошо, хорошо входит. Блин, сразу остановился. Дернись, блядь, да, он сразу остановился максимально. Куда ты? Что за передача? Смотри, какой рот. Ну. Блядь, ну что, удивил? Я опять попросил. Да. Что за пинг-то, блядь? Я ничего не пойму. Я попросил, ну ты принял как бы действие, ну игра должна отменять действие, да, по логике-то. Да. Причем я попросил до передачи. Гудрик вообще сидит в ахуе, пацаны, видели его глаза только что. А, ну Колорадо 22-й просто идут, ребята. Колорадо. В принципе, пацаны, очень даже в порядке. По нашей карьере это битва говна какая-то пока что происходит. Мы говно с говном просто бьется. Говно с говном. Да, он доскочек. Ну... Допустим. Хотя бы так, говорится. Да. Хотя бы так. Передай привет ХК Лим 2009.
ХК Лим 2009, город Самара. Передаем вам привет со стрима. Старый опять что-то от нас хочет. Алишер, мы теперь давим на соперников, не останавливайтесь. Мне это по силам, тренер, продолжу давить на них. Гол, вот что будет давить на них как следует. Я обеспечу нам гол, естественно, пацаны, как всегда. Мы же звезда, поэтому мы не можем как-то по командам отвечать. Сорн, ты заебал, блядь, весь стрим. В пальце сидеть. Тоже болит. Вы любите путешествовать, да, братан? Из зала в другую комнату. Да. Пасик. 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 Ну, набрасывайте. Это, хорошо. Поливай. Хотя бы так. Ну, как-то, да. Хотя бы так. Ну, блядь, ну как он не завернул-то? Чуть-чуть-то выйдет. Я уже просто все, готов был радоваться. Потому что это гол обычно. Там еще чуть-чуть бы ты выехал, точно гол был бы, да. Так вот, я чувствовал по таймингам, что я вот уже не успеваю как бы туда. Заебись, забросил. Просто человеку в ноги. Ну, может, зайдешь ты, блядь, зонт. Ну, огурдик, блядь. Опять шайбу теряешь. Надо бы уже сменку будет рисануть скоро. Он сейчас восстановится. Пфф, блядь, сами себе опять. Пацаны, ну вот как? Как, блядь, играть в эту игру, если они сами себе... Третья игра подряд мы играем? Да. Три игры подряд, ребят, мы сами себе забиваем. Причем не то, что привезли там или еще что-то, а прям в прямом смысле сами себе. Просто вот человек берет и в свои ворота забивает. Большинство. Ребят, давайте в паузе я передам всем привет, потому что пока что игра, и я думаю, это будет не очень вписываться, то, что я сейчас начну резко привет и передавать, и мы отклеимся полностью от игры. Потому что сейчас у нас пока что 3-3, вы потом напишите, кому надо будет привет передать, я передам обязательно. Да уйди, блядь. Морген. Жорданчик. Ну, здесь Грубавр, конечно, уже просто сидел в том углу. Все, как-то нас... Какой клуб вы бы хотели, чтобы Морген перешел? Да не знаю, братан, много очень клубов интересных. Тут все будет зависеть от предложений. Тут еще составы не у всех нормальные, поэтому надо смотреть по составам, что как да вообще. Надо просто хотя бы со всеми сыграть, понять вообще, кто что как. Да, причем мы еще не со всеми командами сыграли, с кем-то мы уже по два раза сыграли, потому что мы с ними в конференции. А кто в дальних конференциях, там всего по одному матчу нас ждет, по-моему, в полукруге. Поэтому пока так, ну, опять просто мимо Опять не перехват. Ну, здесь сразу иди, хуль ты откатываешься, Маккейн. Сразу иди, забирай, просто бей его, уничтожай, пока он еще не принял. Какой-то пацаны, тюленский хоккей. Блять, принять не может, руки вывернуть. Человек НХЛ, у него общая 10, что ли? Сад. Хорошо, дальше. Да сгиньте, блядь, с моего пути. Мы что-то вообще не со своим звеном играем, да? Что в большинстве были. А, в большинстве. Морген, неплохо под синий, но пора поливать. Ну такие броски, ну, блядь. Ну ты дурак, что ли, такие броски-то делать вообще? Грубавр, пацаны, такие вообще броски вообще спокойно. Ничего просто, да. Четвертая игра будет, брат. Четвертая игра будет, скорее всего, и мы ее запустим покороче. То есть мы сейчас играем в реализм 7-8 смен, в принципе, и поэтому следующая будет просто покороче. Сделаем 4-3 там или сколько. Да. Ну, блядь. Блин, ребят, так весело стрим начинался, и все настроение говняет этот ком. Просто максимально говно. Ну как вот так можно? Ну. Говно и воняет от нашего компа. Ну, в натуре. Как будто вот. Вот реально, представьте себя, вы забиваете, вы делаете все, да, для команды. А команда вообще ничего сделать не может. Дригер, блядь, лучший. Умничка вообще. А команда ничего сделать не может. Ну, и как вот может с этого не гореть, когда ты весь выкладываешься, а команда уроды. Они какую-то херню делают, ну просто страшную херню какую-то делают. Ну это, пацаны, жесть. Вы наблюдаете уже третью игру подряд, как мы мучаемся, блядь, с этой командой. Неплохо. Ножку-то ему все равно поднял. Занырнули, да, под этого-то мы. Прошла, окей, ну тут сидят. Сидят, да. Да, просто... Охуительная передача. Я всегда в таких случаях прям вот по борту чисто даю. Потому что он, вот если его нет на борту, то в центре его точно не будет, понял? Он всегда, сука, вот, блядь, стоит на бортике. Дригер держи спокойно, все. 2 минуты отыграли и провозили, пацаны, просто, я не знаю, какашку по льду. Фекали. Какашку по льду, ну, пересменка 100%. Пацаны, насчет приветов я сказал, зачем вы просите, продолжайте. Я же сказал, доиграем игру, передам приветы. Да даже не игру, скорее всего, а игры. Доиграем полностью все игры на сегодня запланированы. Поэтому уже в конце стрима... Попередаем привет. Морген, может быть, что-то опасное придумаем. Щиточек просто. А, чуть-чуть бы отскочил, это поинтереснее. Ну, да, она отскочила, да, на самом деле. Дай пас. Нас люди, ну ты урод. Ты урод, что ли? Дай нормальный-то пас. Райан что-то бежит. Наши опять уже там... Сам...
Блять, вам у вас что с клюшками-то, мужики? Блять, как она Гудрику не точно это проходит. Выбил. Принял. Подкидка. Блять. Гудрик, заходи хотя бы от твоего. Ну сразу тут синюю только пересекаешь, просто центр плюй ее и все. Макар, защитник заходит, тогда значит, может быть, тут где-нибудь провалится кто-то. Да, есть какая-то возможность. Нормально. Беги. Беги. Ходишь. Беги. Не ухожу. Не ухожу, вот он меня съел как-то непонятно. Ой, ну как он ручками-то не завернул? Морген, понятно, просто шайбу, блядь, не принимает за воротами. Ну что за дела-то? Блядь, меня еще и прибили. Просто какая-то проблема с приемом Бартама. Кинул, не давать бросать, ребят. У него там, наверное, блядь, общая 99. Ладно, пацаны, спать, удачного стрима, удачных игр. Спасибо, брат, спокойной ночи. Длинные сменки. 3-3. Ну, я чувствую, ребят, то, что... Блять, вот очень обидно отдавать матчи, потому что нам, с одной стороны-то, похер на этот Сиэтл. Но в плов-то тоже хочется поиграть. Ебать, Алик, ты что? Мы набирали очки? Отдал я, и чё, и всё? Да, по-моему. И Эберли 2 забил. Какой рейтинг у Моргена? 74 общее. Неплохо, ладно, закончик подключился. Центрик, посмотри. Еще дальнее. Сидит. Блять, ну вот как можно, партнеры должны нас не любить, когда они, блять, все голы за сегодня, да и вообще, в принципе, да, только в пустые завозят. Но вратаря уже нет в воротах, просто клюшку только подставлять. Просто, ребят, Марчик уже даже за линией сидит. Да, его даже вообще в воротах нету, но они забивают. Как с Чикаго сыграли, пацаны, проиграли по булитам 4-5. Да. Мы даже не били булиты. Блять, ну разыграли хорошо, конечно. Первая тройка. Розыгрыш, да, пацаны, очень хороший. Ребят, напоминаю, не забывайте прожимать лайки под стримом, потому что, пацаны, это продвигает стрим, ну и как бы что, вам это же не платно. Не сложно, нам приятно. Это же не платно, поэтому это очень легко просто выйти из полноэкранного режима, опуститься, нажать эту кнопку и дальше продолжить смотреть, пацаны. По кайф уже. Заходим, вон и скок. Ай! Ай! Морген! Ну тут скушает соуси. Гудрик! Морген, блядь. Блядь, Гудрик, продержи на полсекунды дольше-то, чтобы я встал. Да тут не то, что встал, она даже, в принципе, не доходила. Там надо было, наверное, как-то, чтобы он подержал, и ты встал и побежал, да, в центр. Да, да, я про это и говорю. Тогда да, а вот то, что он сует, когда там просто на борту ты стоишь возле защитника, он тебе туда передачу сует, это было непонятно. 3-4 минуты до конца, но это хотя бы хоть как-то радует, потому что, ребят, сейчас возможность пустые будет забить. Дай. Дай, вот она! Как она не проходит, но на дальнюю. Он не отдал, по-моему. Я просто... Вообще. Почему ты, блядь, остановился-то, дурак? Ну все, назад, назад. Надо дать им снять варчик. Да, все назад, максимально, ребят, надо дать им снять варчик. Куда? Пиздец. Я в ахуе вообще просто, как это... Блять, мы хоть один гол нормальный-то пропустим. Мы опять сами себе, блять, забиваем. Видел? Соус опять, да, сам, да, себе забил. Да, да. Вот. Ну только написали в чате, главное, чтобы соус опять не привез. Только что он сам себе забил. Блять, ну как это работает? А нам потом, блядь, тренер говорит: у вас плохое защита у звена, блядь. Так у нас люди свои забивают. Блять, Аленсияк этот. Я в ахуе вообще сижу. Просто, ну, блядь, ну вот что мы можем сделать? Пиздец, мы, блядь, ждем, когда варчика снимут. У нас человек на пятаке сам себе опять забил. Та, блядь, та, блядь, прими ты, ёб твою мать. Почему ты ее взять-то не можешь? Пиздец. Вы чё там пасуетесь? Мы... Задача в чужие ворота ехать, бросать. Вы чё, дебилы, делаете, блядь? Сука, 6, я просто на пятаке встану, я не знаю, что делать. Ой, хорошо, как я мимо-то поехал вовремя. Я в ахере просто, я не понимаю. Опять, блядь, коучу пообещали забить гол, и как обычно, нахуй, все привезли себе. Ой. Блядь, против нас трое, это, конечно, вообще страшных людей. Ну да. Ебать!
что делаете? Вы дебилы, блядь! Как он тебя за пивом отправил вообще? Пацаны, вы видели, как он подпустил? Просто как ехал, опа, кружку просто... Причем в моменты, чувачка. Да. И МакКиннон... Одной ручкой кричит. МакКиннон выскакивает в ноль, тут забивать надо, понял, решать он с одной руки что-то... Блядь, нет. Дальняя пустая там совсем. Поехали, хоть раз-то в атаку съездим. Ай-яй, попади! Хорошо. Еще... Аккуратно на синий, выбьют, блядь, убегут. Ранданин, спокойно. Дальний, прибали. Угу. Да, блядь, ну ты пойди гурдик-то на него. Да просто терпеть тут надо, нахуй. Тут вообще не валик что-то вот с ними выстраивать какие-то взаимоотношения с партнерами. Потому что тут ебут. И он уже устал совсем, в жопу просто отдавай кому-нибудь. Закончим. Блять. Это вообще, вот это очень хреново. Иди, он жопой, блядь, откатывается. Да отдай. Что вы, блядь, делаете, кому, долбоебы. Хорошо, вышло хотя бы, все. Меня сбеги. Блядь, вот он... Вот оно 2-1 побежало. Все, сваливай отсюда. Здесь повезет. Блядь, прижал. Это очень страшный овертайм был. Да, это прям ебанутый овертайм, пацаны, говорить вообще нечего. Да. Ну что, мы опять бьем четвертый, опять буллиты. Ай, пацаны. Вообще, ну, что-то комментировать здесь, ну, это излишнее, понимаете? Когда человек за игру две в свои забивает. Да. Ну, не, он не один и тот же забил. Да неважно, блядь. МакКиннон бьет буллит. Хорошо. Бля, я думал, он просто в 9 прям как рукой положил. Я тоже думал, что он просто в 9. Айберли, блядь, 5 выпускают. Какого хера он вообще бьет буллит? Он урод. Опять просто проехал, просто бросил пузо. Понятно. Рантанин, ребят. Это просто надо пережить. Это очень сильно повезет, если он не забьет. Паха Рантанин. Блядь. Я говорю, паха Рантанин. Просто ехал, ехал мимо, поднял, убрал, поднял в 9. Хоккей игра простая, если ты не долбоеб. Ну, ландескок. Ландескок, пожалуйста. Сделай дело, ну, пожалуйста. Ты же знаешь, как у них варчик там не ловит на тренингах. Ну, ебать, ничего тут не тренировал. Блять, почему? Да они даже ни один буллитик, сука, не забили. За две серии. За две серии ни один буллитик. Кева Макар просто едет, хоронит, нахуй. Этот вот, ну что еще здесь? Хорошо, Дригер, окей. Опять дается последний шанс. Ну и каков здесь результат? Я даже не надеюсь вообще. Ян Рок выходит бить буллит. Ну это смех. Блять, просто проехал, просто нахуй щитки бросил. Mm-hmm. Еб, я вообще... Я... Блять, за две буллитных серии ни одного гола. Так, блять, все в пузо. Все mm-hmm. в щитки и в пузо. Они даже, блять, чуть-чуть не обыграли. Ну что это за буллит, блять? Вот это ехать и сунуть, блять. Mm-hmm. Даже не в калитку бросок. Блять, убери на неудобную-то и все, и Варчик уехал. Вот они, автоголы. Ай, блять. Блять, реально, пацаны, хочется всех посадить на скамью на ровную. В линию. И всем дать въебало подойти. Просто так с одного замаха, как пойти, так и уйти с ними. Кто на первом месте? Я увидел, сейчас посмотрим, пацаны, кто на первом месте. Блять, ну... Вообще никаких слов нету по этому поводу. Передай или уйду. Братан, ну, я сказал в конце, дело твое. Блять, пацаны, ну вы просто понимаете, ну эта серия останется как серия. Да, кто-то будет смысла. Ее пересматривать. Нет смысла вообще. Кто-то будет ее пересматривать. И тут, блядь, идут игры, мы тут банч на 10 минут сели приветы передавать. В конце стрима, пацаны, конце будем стрима всем... сказано же было. И Металлургу Новокузнецку будем привет передавать, ребят. В конце стрима после вот этой картки с Вашингтоном.
Поэтому, если вы смотрите стрим, вам интересно ли, или вы сюда просто зашли, чтобы услышать, как вам передают привет, пацаны, то можете уходить. Если вы сюда пришли смотреть карьеру за Моргина, в принципе, вам нравится это все и вам канал, то смотрим. Не везет вам в этой серии. В серии вообще, пацаны, очень жестко не везет, потому что мы прососали все матчи, которые только можно было. Причем еще и играли на реализме. Сколько Моргин набрал? 2 очка. Стабильно. Стабильно набираются очки, не меньше 1 просто пока что. Следующая катка с Вашингтоном. Два оси. Два оси, пацаны. Но мы идем к дереву навыков. Естественно. Блин, может харизму все-таки сделать? Что там надо вообще? Дипломатия. Добавляет 5% к вероятности успешного дипломатического убеждения. К вероятности убеждения обаянием. Может все-таки сюда одну качнуть? Ну давай. Давайте, ребят, потратим 1 на дипломатию, потому что... Ну, сука... Ну, после таких серий, вот, ну... Меняйте сразу. Хоть куда, хоть в Аризону в натуре. Мне кажется, и Тона лучше идет. Так, и ну и броски. Может быть и катание тоже. Броски мы сейчас ничего не качнем, там надо больше уси. Навык шайбы тоже, что здесь надо. Одно уси, реакция влияет на координацию и на пас. Ну так, пасы мы запомнили, пасы тоже пас нужны. Пас у нас хороший, 88 у нас вообще. Меткий бросок. Точность щелчка управляет точность щелчка. А это что у нас получается здесь? Пушка. Позволяет повысить... Ну, мощность броска некуда вообще повышать, когда мы поворотом даже попасть не можем. Да. Так, ну здесь у нас что за... Бля, может, надо было тогда вот это все-таки было. Ну ладно, дипломатия давай, тоже нужна. Давай точно щелчков давай, качнем, давай. Ребят. Точно щелчков нам тоже надо, поэтому мы сюда вложимся нормально. Таблицу чекните, брат, я помню. Помню. Удачи с Вашингтоном, спасибо. Спасибо. Так, ребята, Центр статистики. Центр статистики, где-то здесь должна быть таблица. Так, ну что там, говорили Калгари, я говорил Торонто, ты кто говорил? Ну, Тампа, я думаю. Тампа. Статистика команды. Просто здесь не помню таблицы никакие. Ну, а как, посмотри, вся лига? Вся лига. Ну, или по конференции. Монреаль Канадиенс, я помнишь, говорил Оттава? Да, да, да. Оттава, вот, пацаны, Монреаль Канадиенс, Оттава, Сенаторс, Детройт Ред Винкс, Эдмонтон, Даллас, Рейнджерс, Ванкувер. Тампа 8. Открой по конференциям, посмотрим еще. Мы, наверное, в Тихоокеанской. Да это конференция, именно конференция, не дивизион. Ну вон, восточная конференция, ты чё? Да они просто, блядь, как-то раскиданы, я ну... вот и не могу увидеть глазами. Нас вообще тут нигде нету, блядь. Значит, мы были в той. Ну. В западной. В самом низу просто, блядь. 13 место просто. До 8 места сколько нам очечков? Вот и Вегас, блядь. Вот и Вегас. До 8 места? Ну, тут немножко разделяет. Ну да. Блядь, надо вот винстрик был бы какой-нибудь, хотя бы 5 матчей. Мы бы нормально поднялись, да. Мы бы нормально уже поднялись бы по очкам. Поярче, если бы одобрили. Пацаны, не могу ответить на вопрос, потому что надо, ну, смотреть, какая команда. Тут нету какой-то перспективы. Ну, в Оттаву хотели бы. Че он, кто там первый идет, ребят? Конечно, в лидера хотелось бы попасть. Ребят, всем привет, кто залетел. Ну что, пацаны, последний завершающий матч с Вашингтоном. Завершающий матч на этом стриме. Ребят, в чатик закинули ссылочку на мой инстаграмчик, на Суворчика. Да. На беседу ВК, ребят, обязательно залетайте и подписывайтесь, ребят. Календарь. Нахуя нажал на календарь? Ну, просто нажал. Я перепутал просто. Просто перепутал чуть-чуть. К следующему матчу Вашингтон. 9 побед, 7 поражений. Ну, Вашингтон тоже говняненько идет. Да. Битва говна в этой серии, пацаны, как но я и говорил. Ну, они хотя бы 11 идут. Ну, они, да, хотя бы 11. Так, что это? Подожди, тут что это? Мой игрок? Тренировка, пацаны, тренировка, наконец-то. Хоть немножечко можно качнуть. Так, у нас 6 часов и, наверное, боковое перемещение. Баланс, ловкость, это так-то тоже надо. Ну, давай один часик сюда вкачаем. Передачу нихуя себе 4 часа надо. Щелчки, может, ускорение? Ну, давай 3 часа. Ну, коньковую надо по-любому. Ой, как раз 2 часа коньковая подготовка. Водяная клюшка, работа с освещением, кистевой бросок. 5 часов. 5 часов на кистевой бросок. Ну, типа, занимается. Плюс 40, коньковая подготовка. Ну вот так давайте, пацаны, ну, раскидаем. Да, да, я так и говорю. Раскидаем часики примерно так. Начать тренировку. Ускорение, коньковая подготовка и что-то там еще.
75 общие у нас, ребят, вам из-за вебки, скорее всего, не видно, но общие теперь 75. Сыграно 17 матчей, 14 голов, 13 передач, 27 очков. Ну, да, для новичка это вообще это вот так вот. Причем еще с таким общим, Ребят, периоды по 10 минут баланс. Этот матч сделаем покороче. Здорово, здорово, ребят, всем привет. В Атаву было бы неплохо, в одну, естественно. Но здесь Карлсон, Бэкстрим, Кузнецов, Овечкина, конечно, не хватает. Был бы Овечкин, эта команда, мне кажется, посолиднее бы играла. В разы просто. Вот они, вот они. Сапиталс. Сапиталс, пацаны. Вашингтон Сапиталс. Дело такое, конечно. Дай водиться и спить. 170 лайков. Может, ребят, 200 добьем к концу этого матча, ребят? Может, кто-то еще лайк не поставил? Добьем 200? Мне кажется, вот генерал Гавс пишет, что Салават станет обладателем Кубка Гагарина, а лайк-то не поставил. Конечно. Как бы вот хоккей с 96, я думаю, поставил. А вот Play Gadget я тоже, думаю, не поставил еще. Конечно, и Динекс не поставил. И Матвей Бакум по-любому лайк не поставил. И Максим Яценко просил привет, и в итоге тоже лайк, блядь, не поставил. Да, сидят, что-то просят, а вот лайки-то не ставят. Акбарс, Акбарс, Акбарс. Ну, как по мне. Ну что, ребята, арена Сиэтл, Климат Плейс, арена уже наизусть. Знаю эту арену, где, чё, как, а два куба нас встречают. Как бы там ребята уже раскатываются. Судьи пьют пивко, все готово к началу матча. Поехали. Блядь, ну первая троечка уже не такая у Вашика. Да, первая троечка. И там какой-то манта, да, манта. Манты, блядь, пацаны, дело такое неблагое. Если кушать много, заходит сразу. Посмотреть что-нибудь, уж передать. Орлик сразу приветствует нас. Причем я отдаю ему за спину, и непонятно как я ему в пузо попал. У тебя даже клюшка причем была за его спиной. Да. Меня это очень сильно удивляет. Может, пнем? Там. На уши просто тиктоки посмотрел твои и понял, как надо забивать. Нет, прикол в том, что я не видел, что он проебал шайбу. Он стоял прижатый у борта. Я прошу пас, а оказывается уже уши выкатываются. Да. Бля, я вообще не знаю. Уши имбовый пацан, ручки вывернул и все. Просто, пацан, такая дизмораль дикая вообще. От этой карьеры. Ну как вот ты можешь играть и получать удовольствие, если, ну это пиздец. Ну почему ты от него отлепился-то? Вот так надо пинать сразу вообще. Еще пни, тупой. Побежали. Сразу Гудрик, Гудрик. Заходи, заходи, не ссы, пас. Шел, он шел, ты нахуй, говорит Гудрик. 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 Ой, ну чуть-чуть-то дать, блядь, дотянись до передачки-то. Блять, ну, пизда вообще какая-то творится. Это просто. Это просто страшно. Да, да, да. Блять, ну ты же его прижал, ну почему у него шайба-то осталась? Хорошо. Нормально. Джорданчик умничка. Пересменка, короче, нахрен это надо. Давай хитрик, братан. Ну как тут вообще сделаешь хитрик? Это пиздец вообще какой-то. Это страшно. Уже просто даже эмоций нет никаких на победу. Ну, 3 из 3 прососать в таких всех потных матчах. 2 по булитам, 1 вели, 5-3 тоже отдали. Самсонов в рамке. Да. Чем самое обидное, то что мы, блядь, все делаем для победы. Вот все. Алик набирает стабильно 2 плюс очка, да? Да. 2 плюс очка это охереть сколько. Отдает, забивает, он доскочек. Блядь, все делает. Выкатился, бросился, неудобно не попал. Гудрик побежал, проебался. Поехали назад. Ну идите ближе, блядь. Челик 49, на этом стриме нет. Это по карьере стрим. Когда стрим называется карьера или там и катаем в онлайн, это значит, что мы и будем делать. Это значит, что если мы стрим называется катаем в онлайн, карьера не будет на стриме. Да. Так же и наоборот. Опа, опа, ну-ка. Клюшки, сука, клюшки. Ну, блять, тут, иди ближе. Ну тут ты пока ручки ворачивал, пока он ее убрал, туда уже подъехали. И наткнулись в итоге, блядь, на камень, на это преткновение. Пусти, блядь, Бэкстер меня. Поехали, передачка. Дум, молочек. Ну его просто спину бьют, блядь, залетите хоть кто. Окей. Окей, просто хотя бы так. Маккейн, дальше. Какие там перепасики, кто-то с кем-то пасуется. Морген, ну один-один, никого вообще. Орлик даже не поверил.
И не едет уже и никуда. И не едет, блядь, он уже никуда. Да, ты остановился, и все на этом. Как бы просто что-то надо куда-то избавляться от шайбы. Я не знаю, ребят. Но Морген 100% свои очки должен набирать в этой катке. Потому что, ну... Ну, а насчет победы, это даже переживать не стоит. Мы въебем, как обычно, пацаны. По стандарту. Даже вот не волнуйтесь. Ничего нового не произойдет. Какой ты, сука, урод. Это просто вообще жесть. Ну, какая ты тварь. Ну, как ты так играешь-то? Флери, блядь, какой-то бежит. Ну, дай. В щиточек. Ну, и где вы там, блядь? Нахуй ты с ним вяжешься? Причем их двое там было. Да. Кэм... Окей. Какой себе передачка через спину. Зачем ты его бьешь? Зачем ты его бьешь-то, дурак? И двушку, блядь, получил. Блядь, шайба лежит. Да, да. Твоя. Да. Звезда. Он ему все ездит, пизды раздает. Шайба, блядь, твоя лежит. Зачем ты его едешь и бьешь еще 3 раза? Ты выиграл борьбу, нахуя? Ты уже все, молодчик, как бы. Ты красавчик, блядь, выиграл борьбу. Ой, пацаны, я не знаю вообще, это просто. 5-3 там. Да. Весело, весело въебались мы сегодня. Куда уходит Сиэтл? На самое дно таблицы. Ну что же нам, блядь, делать? Пойти и убиться. Блядь, ну ты, конечно, дебил редкостный. Ну идите. Блядь, как они играют в пас, это пиздец. Угу. Они просто всю оборону так обоссали, зайдя через пас, пацаны. Просто уничтожили Морген. Ой, Самсонов не ожидал такого. Надо старого менять. Да тут не то, что тренер, надо тут всех менять. Ну тренер тоже гандон, конечно, не может выстроить систему команды. Команда какая-то вообще нестабильная. Да пиздец, ее коротит как кардиограмму. Она не то, что нестабильная в плане по играм, она нестабильная по периодам, блядь. Да. Мы можем один период выйти, блядь, укатать Эдмонтом, перебегать Макдэвида, блядь, а в следующем периоде выйти и просто умереть. Топ-песня, пацаны. Ну я из чартов беру 2021 года. Зимой дропнули. На альбоме Бандана. 2. Да. Я не встану. Ой. Ой, пацаны. Страшно это дело, конечно. Страшное. Мы не знаем, что нам делать. Погнали. Надеюсь, что-нибудь придумается. Окей. Блять, в тело попал. Гурдик телепает, так смешно еще. Я, блядь, даже сел перед ним на колено. Один хер мы не забрали. Ну что? Нас так обыскают передачами. Это жесть. Нас просто уничтожают передачами. Что ты там, блядь? Пиздец, вообще никого. Блядь, соус, какой же ты корявый. Я не хочу это комментировать вообще никак. Даже внимание этому придавать. Ебаный дриггер, а. Да какой, блядь, дриггер? Тут ты вообще... Ты что, понял, он неудобно убирает, до усов едет, дриггер сидит в одном углу. Да, начинать надо с того, что почему он вообще один на пятак выезжает. Ну это да, это тоже. А дриггером уже заканчивать. Чемодан. Да пацаны, тут пол команды надо блядь, в соус и чемоданы им собрать. Да, еще сюда нахер. Да вот теперь еще сунь. Блядь. Блядь, он до сколько стал на синий стоит, блядь. Заведи эту шайбу, а. Просто нет команды, просто нету команды. Вообще ноль команды. Ну! Нахуя в угол-то? Ну! Ну почему не щелча? Поливай! Поливай! Блять, такую слабую еще дает. Ты, брат, Сис, ты написал защита, конечно. Ты ошибся в нескольких буквах. Защита. Конечно. Защита конченная. Защита обконченная, понял? Не команда. Ну да. Согласен. Сегодняшняя серия не удалась. Прошлая серия, пацаны, была победная. Может быть, какая-то турбо-яма у команды. Я она не знаю. Она сильно долгая. Мы что-то очень сильно раздуваемся тогда. Снизу в полсезона.
Ну, наверное, знаешь, Моргенштерн сейчас испытывает те же самые ощущения, что и МакДэвид в реальной жизни. Типа МакДэвид набирал сколько там, по 100 очков, да? И вылетал вообще в первом раунде плей-офф, блядь. Блядь. Ну, если под блинчик, конечно, блядь. Возможно, возможно. Ну, блядь, ну броски слабые, конечно, слабые. Жесть вообще. Броски просто, словно и слабейшие. Улетаем с командой в Дубай праздновать. Чё празднуют-то, братик? Ну чё празднуют? Блядь, мы ещё на нолях едем. Морген лучший, да? Да, пацаны. Не будет Моргена, не будет Сиэтла вообще в принципе. Гудрик, придумай! Блядь, ну не попадает просто в рамку. Ты бить, что ли, шел? Да. Я этим человеком вообще бить не иду. Не, от него стали падать сейчас иногда. Ну не Вилсон, конечно, какой-нибудь, но такие дрищи-то могут упасть. Блядь, и это не было помехи вратарю. Просто варчика захерачили на пике. Когда человек просто стоит, да, и прям варчика херачит. 0-3. Пиздата. Причем мы все три съели с вином. Меня вот эта калит инхеловская система, что пара защитников, ну, типа, с нами выходит не наша. Понял? Да, всегда разная. Это стрим в записи или нет, братан? Этот стрим в онлайне. Просто мы его оставим в записи, и те, кто не были на стриме, смогут посмотреть 13-ю серию стримом. Ну, Сиэтл как в жизни прям. Не, ну, Сиэтл какие-то матчи-то забирает. Типа, чтобы вот прям вот такую игру показывать, они не показывают в жизни. Что они же прям не совсем уроды, в хоккей-то играть как-то умеют. А это прям пиздец. Окей. Человек со спины меня въебал просто в голову. Да, еще и руки, блядь, видел, прям вот так были у него. Еще и обидно то, что, блядь, мы просираем, когда у Моргена идет охерительная игра. Когда мы звенчиком забиваем, когда набираем очки. А вот, а если у нас еще и игра не пойдет? Мы же вообще от всех под 10 отлетим, нахер. Поделитесь хоть, брат, ну под конец игры я брошу после офсайда. Пизды хоть дам какую-нибудь, просто злость это немерено вообще скопилось. Максимально. Ну, окей. Блять. С пятака поехал, разогнался в борт, уебался. Да, да. Потерял шайбу. Ну, надо просить таких случаев. Если бы ты сейчас не попросил, он бы опять это сделал. Да. Ну, идите. Блять, пацаны, ну... Комментировать тут совершенно нечего. Это просто, это пиздец какой-то творится совершенно. Опять я об кого-то где-то споткнулся, что-то произошло. Но Морген, ну надо хотя бы закуситься, Моргеном очки набрать какие-нибудь. Да, да. Понятно, меняемся вместе все. Давай хотя бы один гол, давайте я вас верю. Брат, пацаны, ну мы стараемся максимально, но это, блядь, вообще страх какой-то. Это просто страх, это страшно, мы не знаем, что это такое. Ну команда, ну вообще не один период, мы уже два сыграли. Третий период остался, команда просто не играет вообще. Мы просто едем по нолям. Симуляция, никакие другие звенья не забивают, блядь. Мы пропускаем какие-то непонятные голы, какие-то... То уши каким-то чудом появился на пятаке один вообще из просто, я не знаю, как он там, что, блядь, произошло, почему, зачем, блядь. Вандескотчик неплохо влетает. Давайте, пацаны, попробуем собраться, может быть, что-то хотя бы Моргеном попробуем сделать. Один период остался в этой серии, просто максимально выложиться, максимально сделать результат, какой только можно. Да уйди, блядь, быстрым, сука. Выбил, выбил, хорошо. Гудрик, блядь, дальше не проходит. Гудрик еще потолкался. Повез... Ну здесь... О, блядь, ну... Ну ты просить... Надо было просить, наверное, все-таки что-то делать. Ты тыкал, что ли? Да. Поливайте! Блядь, ну как же опасно. Он Самсонов опять все отбивает. Сразу видно, пацаны. Мейден Раш, Варчик. Неплохо. Джарданчик еще. Хорошая. И лучшая, блядь, передача в жизни. От Вандескока, которую я видел.
Ну это я руки выворачивал, ты понимаешь, надеюсь. Ну да, ну просто не знаю, как ты тут на щелчок. Сильно вниз нажал. Да, да. Триггер держит, все. Все, блядь, поспокойнее. Поспокойнее. Ну, за 17 минут пацаны сделают 3-3. Это только если сейчас на симуляции что-то произойдет чудесное. Эберли 2 забьет. Эберли, да, еще 2 забьет и... И не случится этого сегодня, походу. Морген выскакивает как раз сразу и получает. Поехали. Как же... Пиздец, блядь, и встал за счет этого, понял? Да, да, да. Я, причем я слышал, да, по я кнопкам. Слышал, что ты фит нажал. Я уже все сделал, как бы давно. И жду, когда там, ну, что-то появится, понял? Когда там картиночка отклик, да, какой-то будет. Хуя его зацепил. Я думал, дворик будет. Там бы по-моему, отключились. Как долго ничего не приходило. Ром, большое спасибо за донат. Братик, донар. Блядь, засмотрелся, не дай бог, сломали под конец серии. Да нормально провели. Спокойненько, в лайтовеньком режиме. Ай! Да еще. Сейчас, братик, я на донатик отвечу, блядь, тут смена как раз. Все, Самсонов держит. Братик, спасибо огромное за поддержку. Год нормой, год новый нормально провели, и все хорошо, брат. Спасибо. Спасибо огромное за 50. Немножечко смазал нам душу, так сказать, после, ну, очень обидная серия, пацаны. Да. Самая, наверное, обиднейшая серия из всех 13, которые только выходили. Самая ублюдская, вот после которой ты сидишь, и, ну, просто эмоций никаких нету. Потому что это жопа. Жесть, 3-0, надеюсь, хотя бы не сухую. Я тоже на это надеюсь. Но осталось 8 минут до конца. Сейчас вот эта смена Суора, потом, скорее всего, я следующую смену играю, и все, и уже закончится. Манта дальше, чуть опять не впустили, если не клюшка Дриггера здесь. Манта держит. Соуси дальше, ландескок. Передачу, вот, хорошо. Ну, я, блядь, попросил просто, как обычно. Когда на экстрим планируете? Братик, не знаю, подписывайтесь на ВК везде, подписывайтесь на инстаграмчики, пацаны, никогда не пропустите какие-то новости, расписания, стримов и так далее. Поэтому вот так вот. Я хотя бы за Моргена очки забрать, чтобы в гонке бомбардиров не провалиться. Да мы сильно и не проваливаемся, брат, если мы в этой катке не наберем. Мы в любом случае топ-3, топ-4 также держим. Просто если бы команда выигрывала, играла бы, ну, получше. Было бы больше шансов еще больше очков набрать. А команда не играет. Ёплить, заебись. А, ни хрена не встречают, нормально, да, видел? Да, да, да. Я выбил, он пробежал, вообще проебался. Человек просто стоит на усах, блядь, ждет. Ну, они же сами ко мне приедут когда-нибудь. Ну да, умная тактика. Ай, ну в ноги, ну тут, блядь, прямо они вдвоем остановились на синий. Хорошо, двоим-то ты привет передал подвязочкой. Ну. Блядь, окей. Ой, дебилы. Пацаны, показывали эфир. Пацаны, сорян за эту, за нотку грусти, потому что, ну, сами понимаете, ну, тут типа вообще не до радости, да какой-то. Настроение, какое может быть настроение, когда вот, ну... Ну, вот так все. Ты планировал, типа, поиграть, покайфовать, записать хорошую серию, а на самом деле, ну, это пиздец какой-то просто. Отдавай. Поехали, поехали, поехали. Ну, может быть, сейчас что-то придумаем. Дай сюда. Ну, блядь, вообще. Иди, открывайся, центр, открывайся. Поливай. Большое спасибо, братик, за донатик. Рома, да, конечно, турниры на наказание их обязательно будут. Да, пацаны, турниры на наказание мы будем делать примерно где-то стабильно раз в месяц. Как только мы придумаем наказание, соберем, пацаны, нормальную банду, бригаду хоккейную и сразу запишем турик на наказание. Скорее всего, как-нибудь попробуем сделать недельку. Недельку и делать видосы покороче и побольше. Гудрик. Они точно будут, просто они будут, скорее всего, не в ближайшее время, пацаны, потому что у нас еще МЧМ. Да, пацанам надо сначала МЧМ доиграть, потому что у нас всего только одна игра висит. Да. Мы ее под Новый год запустили, и, наверное, надо бы пора ее доснять, сделать. Плюс карьера все-таки как-никак. Так, ну, блядь, ну там Янройчик еще праворуки. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда еще. Ну зачем, блядь, ты бросаешь-то от синий, братан? Давай как-то разыграем, что-то придумаем интересное-то, нет? Ставлю сейчас бабушку на гол Моргена. Хату уже проиграл. Да, в натуре ты же хату уже проиграл. Да, братик, ты не вовремя. Не забудь подраться, блядь, а уже не выпустят, скорее всего, братан. Да, уже не выпустят. Просто 3-0 от Вашингтона, просто, пацаны, слетели слизняком, вот так, в ладошки плюнули. Сиэтл развеяли вот так.
Поняли, пацаны. Вообще без вариантов. Сорян, драку я забыл про нее, потому что это была реально последняя смена. Ребят, всем привет, кто залетел. Не забывайте ставить Лукаса на этот стрим, пацаны. Так, не забывайте, что надо набрать 300 под этим видосом. Чтобы... Чтобы что? Как думаете? Откисаем, да? Чтобы мы опять сели в эти удобные места, пацаны, по древнегреческому обычаю и записали для вас новую 14-ю серию, где, я надеюсь, у нас получится что-то выиграть, пацаны. Вот такая вот получилась серия. Я не знаю, на самом деле, она, ну, ну а что тут три греха таить? Говно она получилась, ничего у нас не получилось. Все провалили, все просрали, что только могли в этой жизни, пацаны. Ну, я не знаю, ребят, я не знаю, что здесь делать. Вы, конечно, пацаны, с вас, как обычно, лайкосик под видосом. Не забывайте прожимать. Также инстаграмчики, пацаны, мой суворчик в чате. Также чат на приватную беседу ВКонтакте. Обязательно залетайте, пацаны. Заявки все примем, пацаны, куда кидаете, все сделаем. Ну чё, вот такая была серия, пацаны. Давайте теперь приветы. Ну а приветы, пацаны, приветы, естественно, приветы мы будем передавать, если только вы подпишете на инстаграмчики. На мой и на Сувора, пацаны. Поэтому подписывайтесь и пишите свой привет уже в чате после этого. Мы видим то, что кто-то из вас подписался, и передаем привет. Давайте, пацаны, быстро накидывайте, мы передадим привет и будем заканчивать уже. Вам обмен не дают. Спасибо, брат, за донат. Огромное спасибо за поддержку. Мы в 12-й серии просили обмен. Нам сказали, нет, братан, я думаю, еще, по-моему, лучше тебе еще здесь посидеть в этой луже ебаной. И по мне стреляли нахуй, я горел в танке, пацаны. Ну, сидим вот. По очечкам заняли мы первое место, делим с Укрелочком. Да, пацаны, кстати. Первое место. Первое место. Павел Гира, передаю тебе привет. Передай привет Артему. Хоккеист 96, передаю тебе привет. Не спай. 96, привет тебе. Павел Гира, привет тебе. Погонщикам капризов. Капризов. Так он три ввалил. Это пиздец. Я в ахуе. Бля, столько просили приветов, и в итоге два человека написало, что надо привет передать. Ну, пацаны, странное дело. Дайте ссылку на инст в чате. Я же говорю, пацаны, ты в чат пишешь, и там написано инст Бояркина. Как ты вот это не увидел? Передай привет, пожалуйста, Металлург Новокузнецк 2009. Металлург Новокузнецк, пацаны, передаю вам привет. Понимаете? Всей команде передаю привет. Да, пацаны, приветика передали три, а подписки в инсте пришло две. Кстати, братик, который пишет с аккаунта Людмилы Васильевны Металлургу Новокузнецку, ты можешь даже подписаться на мой и на Сувора инстаграмчик. Я могу даже записать видос вам, передать привет. Новокузнецку не жалко. У меня инст не скачен. Ну, хуёво. Передай привет Павлу Григорьеву, пожалуйста. Павел Григорьев, я под Павел Григорьев, блядь. Ты пиздобол, понимаешь? Ты от меня отписался, понимаешь? Не пизди. Реально? Нет. А. Павел Григорьев, ну... Тебе, ладно, тебе можно там по-братски, по старому знакомству. Павел Григорьев, привет тебе. Павел Белый Григорьев. Я с братом поспорил, что ты передашь. Братан, дешевый байт, просто с Алиэкспресс байт, чтобы я передал привет. Но мне похуй, я тебе в любом случае бы передал. Максим Яценко, передаю тебе привет огромный. А, привет, Барс Украины. Передаю привет Барс Украины. Как вам новый тренер СКА? Вот этот бортик охуенный, брат. Теперь вообще он будет и судьи куплены, и игроки, и теперь вообще все будет куплено. За какой клуб вы болеете, братан? Болеем за игроков, за клубы не болеем. Че, ребят, я думаю, на этом надо заканчивать. Вот такая вот у нас получилась серия, очень сильно говяная. В принципе, мы закрепились по очочкам уже в первом месте. Зукарелло, да. Делим очки. Начинаем теперь, ребят, в следующей серии догонять капризов. И, наконец-то, я думаю, в 14-й серии какие-то вопросы, в принципе, по Сиэтлу начнут решаться. Какая-то и должна игра измениться, потому что пока что это пиздец. Ставлю бабушку на свой гол. Рома, спасибо тебе еще раз за полтосик, братан. Огромное души. Огромное спасибо. Мы оба работаем. Учиться мы уже давно не учимся. Да и, в принципе, не очень-то и хотели начинать. Ну что, ребят, получился. Какой любимый игрок? У меня Мэтью Сусуора Овечкин. Давайте, парни, давайте, ребят, спасибо вам огромное за стрим. Получилась вот такая вот серия. Я надеюсь, в следующей серии получится все намного лучше. Не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, если еще не подписаны. Ну и, конечно же, пацаны, ставьте колокольчик, чтобы вот, ну, не прососать новый видос, когда он выйдет. Потому что, когда выходит новый видос, а ты такой заходишь, а он уже 2 дня на канале висит, и ты такой с соской во рту такой... Прососал, блин. Что-то я прососал видосик, получается. Че, ребят, давайте. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Пока-пока. Ну и, конечно, в чатик напишу, как обычно.
Ну и пацаны, инстаграмчик в описании, залетайте, не забывайте. Целых два. Целых два.